Здесь мур, а не институт благородных девиц. Уголовный розыск, а не баня. Ни мани голых, ни дурных. Алло. 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 Да, слышу. Алло. Алло. Да слушаю вас. День добрый. Че кричите так? Ну, слушаю вас. Меня Александр зовут. Как вам могу обращаться? А вы кому звоните, Александр? И откуда? Черт. Ну, правильно, да. Что? Вы к какой расе относитесь? Кавказской. Как дела, Алиса? Вы кто? Что вы так орете-то, как потерпишь? Вы кто? Не понял. Ну что так кричать-то? Что? Что так кричать-то? Москва и Иркутск. Вы кто? Какой Иркутск? Дорогая моя, мы с вами уже общались. И вы что? С вами разговариваю. Вы кто? Ваша сфера деятельности меня интересует в первую очередь. А вы кто? Специалист финансового департамента. Какой компании департамента? Крупной, международной. Замечательно. Название есть у крупной международной компании? Не понял. Название есть у крупной международной компании? У крупной? Угу. А вас часто от плитку где-то роняли? Чего? Откуда взялся-то это чудо? Я даже не помню. Чего? Говорю, совещался уже с вами, Люция. Вы что, издеваетесь надо мной или что? Я вас не помню. Пока еще не издеваюсь. Но все впереди. Значит, часто роняли. Все, я понял. Угу. Вы закрыли мою любопытство. Ну, надо. Молодец, какой нервный день. Никакой информации вы успели собрать, интересно. О ком? О ком? Вы же Милана, вы же Оксана, вы же Светлана. Какая Милана? Какая Оксана? Какая Светлана? Вот в жизни ни Оксана, ни Светлана не регалась. Да, конечно. Никогда. Это вы уже будете в дурке рассказывать. Хорошо, хорошо. Вопрос-ответ. Да, понятно. Вот реально не регалась ни Оксана, ни Светлана, ни Милана, у него глюки. Припустим, да, предположим, да. Припустим. Куда взялся, непонятно. Припустим и продолжим. Что случилось у вас, что не получилось? Вас обидел кто-то? У вас CRM плохо работает. Глючит. Поверьте, работает она отлично. Так вот, если она отлично работает, то я ни разу не регистрировалась ни Оксаной, ни Светланой, ни Миланой. Идите, правьте вашу CRM. Она косячная. Лицеи только, да, регистрировались. Представьте себе, да. Поэтому никаких Оксан, Светлан и Милан. Сколько же времени менеджера потратили на то, чтобы понять, чем вы действительно занимаетесь. Молодцы какие менеджера, такие поняли. Молодцы, значит, не безнадежны. Да не поняли. Не поняли еще? Ну, значит, безнадежны. Слабо доносите информацию. Безнадежны, значит, если не поняли до сих пор. Конкретно говори, чем вы занимаетесь, чтобы человек имел понимание, с кем он разговаривает. Зачем? Я тамбур-мажор. Сразу чувствуется. Тамбур-мажор, да. Тамбур-мажорю каждый день вместе со Шпрехштальмейстером и Маркшейдером. Как уж хотел это направлять. Чего? То вы орали, то вас не слышно. Вы уж определитесь. Вот такая... Я уже определен. Определен? Не надо меня никуда определять. Вы музыку выключи вашу бездарную на фоне. Прекращайте. Ну, прекращу. Начинаете какой-то непонятностью заниматься. Непонятностью занимаюсь, но не прекращу. До вас не дошло до сих пор. А почему вы не прекратите? Ну вот вы хоть что-то с этого получаете, кроме удовольствия? Море удовольствия получает. Кроме удовольствия. Благодарность еще получает Министерство обороны. От Министерства никто обороны. Никто вам не благодарен. Вы просто тратите свое время. А что, вам грамоту подарили? Диплом? Диплом подарили. Грамоту подарили. Да. Подтерлись? Нет, подарили еще муху. Мыло? Муху. Муху? Да. И РПГ-9. Когда стреляем? Хорошо стреляем. Приезжайте, постреляем. Когда, говорю, стрелять будем? Приезжайте, муха, постреляем. Какая нервная. Ну, приезжайте, постреляем. Кроме вашей шизофрении, вам больше никто
благодарствия, в принципе. А, так вы шизофрения, понятно. А, вы моя шизофрения. Ну, замечательно. Здравствуйте, шизофрения. Добрый день. Добрый день. Слушай, точно интересный персонаж, на самом деле. Вы что, курица-то? Что, курица-то? Куда делся-то? Все, что ли? Ну, не все еще. Так и что? И чем мы заниматься будем? Счет будем открывать в крупной международной компании. Сейчас из мухи постреляем. С РПГ. С РПГ-9. Приезжайте, откроем. Что вы выучили в оружейном складе? В оружейном складе, конечно. РПГ-9, да? Угу. В этом фонде. Газетки прочитаю, понял? Хорошо. Еще разговоры вы умеете поддерживать, кроме РПГ-9? Можем еще. Вы хотите поговорить о Прудоне? О философии? Хочу о вас поговорить. А во мне не надо. Мы можем поговорить... СПГ-9. РПГ-9. Ручной противотанковый гранатомет. РПГ-9. Ну, понятно. Да. А, ну ты это скоро узнаешь, да. Узнаешь скоро, что такое РПГ-9, и что такое муха, и что такое шмель. Кто тебе дал право? Молодец. Что ты можешь преподавать? Что ты можешь что преподавать? Даже кто ты должен? Тебе же должен кто-то язык уже намылить. Кроме... Ну, мыль, давай, начинай, мыль уже. Я все жду. Сейчас приеду на мыль. Давай, приезжай. Адрес помнишь? Давай, я действительно готов приехать. Адрес помнишь? Или продиктовать? Продиктовать. Москва. Дальше. Улица Петровка. Дальше. Дом 38. Ну все, приезжай, я выйду. Квартира твоя какая? 217 номер. 217? Да, 217, приезжай. Жди, сука. Давай, приезжай. Ой, дурак. Всем вам говорю. Улица Петровка, 38. Если что, для тех, кто не в Москве, на Петровке 38 находится МУР. Московский уголовный розыск. Алло. Да, Роза, добрый день. Добрый день. Меня зовут Дмитрий, звоню вам по важному вопросу. А подскажите, где вас застал? Дома, на работе? Ну, вы скажите, какой важный вопрос, там поговорим. Да, важный вопрос, то, что вы проходили регистрацию по проекту «Газпром Инвестиции». Ну, хочу поздравить вас, вы получили доступ к платформе для заработка. Что, простите? А что, могли и не дать доступ? Да нет, вот я ну, с вами а связался тогда как поздравляете. Раз. Так вот, подскажите, вы к нам обратились как опытный инвестор или как новичок? Вы какая компания-то? Газпром Инвестиции. А, вы компания Газпром Инвестиции. Ну, мы слушаю проект. Вас. А, подождите, вы проект или компания? Вы кто? Проект. Проект, понятно. А компания как называется? Нет, я вам звоню как представитель проекта, как физлицо. Я не представитель какой-то компании, у нас нет компании. А, то есть вы просто группу народу собрались по интересам, да, там на каникулы пивка попить? Нет. А как? А вы проходили регистрацию для чего, подскажите? А я спрашиваю, вы зачем собрались пивка попить на каникулы? Нет, я собрался для того, чтобы вам позвонить и для того, чтобы проконсультировать вас, как вы зарабатывать с нами будете. С вами, а с вашей группой, с вашей группы народа, которая собралась на каникулы пивка попить и подзаработать? Ну, как мы с вами можем позаработать, ну? Ну, так, может, вы послушаете мое предложение? Ну, начинайте! А как-то отходить от темы? Начинайте уже предлагать. Вы рассматриваете наше предложение как основной источник дохода или как дополнительный? Да я понятия не имею пока. Собрались какие-то люди, решили всем подряд звонить, вывесили рекламу. Ну вот хочу знать, пока не знаю, что с вами вообще можно делать. А вы когда обращались в эту компанию, о чем вообще думали, вот подскажите мне? Я не знаю, в какую я обращалась. Что вам сейчас позвонит менеджер? Конечно. Как это не знаете? А вот так это. Я как раз обращалась в компанию. Думала, что мне позвонит менеджер. А мне звонит какая-то группа народа. В перерыве между распитием пива. Какая группа? Вам звоню я.
Ну и что? Ну вы звоните. Какое распитие пива? О чем вы вообще говорите? Ну то есть вы просто так собрались, да, летом? Делать нечего, решили нет, людям звонить, просто, да? Просто так собрались летом, так. А как? Роза, угу. Какую вы компанию регистрировались? Я не понимаю. Вы регистрировались по проекту «Газпром Инвестиции»? Я регистрировалась в компании. А вы группа народу. Просто группа народу, не компания. Правильно? Но тем не менее, рассказывайте, что вы группа народу предлагаете. Тяжко, да? Хорошо, я вас услышал. Прекрасно. Что вы имеете под именем группа народа? Ну, если у вас никакая не компания, и вы никак не зарегистрированы, то вы просто группа народа. Причем не группа народа и компания. Ну, если вы не компания, то вы автоматически группа народа. Так я себя искала хорошую компанию. Я вас спрашиваю, что вы для себя искали? Хорошую компанию. Но не такую, как вы. Для чего? В чем вы хотели разобраться? Я уже во всем разобралась. Я хотела открыть брокерский счет. Что непонятного-то? Вы его открыли? Сейчас открою. Какие проблемы? Ну, супер. В первую очередь, спрошу вас буквально пару вопросов, чтобы понимать, сможем мы с вами сотрудничать или нет. Угу. Чего? Не слышно. Сколько вам полных лет? Я совершеннолетняя. Имею все права и несу все обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Это прекрасно. Угу. Смотри, мы напрямую работаем с банком. Чего? Вас отвратительно слышно, все время пропадаете. Так работаем напрямую с банковской системой. Мне необходимо понимать, у вас отношения с банками нормальные? Нормальные. Нормальные у меня отношения с банками. Просрочки. Да, все же такие моменты. Просрочки, аресты счетов, банкротство. Нет, у меня нормальные. Не имеется. У меня нормальные отношения с банковской системой. Это прекрасно. И вот в таком случае можем с вами двигаться далее. Давайте. Вы, я так понимаю, хотели открыть брокерский счет? Совершенно верно, хотела открыть брокерский счет. Откуда у вас познания о брокерском? Знаете, вот и есть такие познания. Это вообще общеизвестная информация. Повторите, пожалуйста. Это общеизвестная информация. Хорошо. Вы были когда-нибудь ранее инвестиционными проектами? Торговали на бирже, может? Я в этом хорошо разбираюсь. И говорите, поправьте что-нибудь со связью, сделайте. Невозможно. Да, да. Так лучше слышно? Ну, немного получше. Сейчас посмотрим, как дальше будет. Супер. Тогда в таком случае расскажу вам про наши условия и что я могу вам вообще предложить. Начнем с того, что заработок происходит на самых востребованных активах. Это газ, нефть, драгоценные металлы, валюты и акции различных компаний. Наш проект предоставляет вам уникальную возможность работать в сопровождении профессионального инвестора, который имеет многолетний опыт в данной сфере. Он обладает всей необходимой информацией для заработка и сопровождает новых партнеров. Вы как считаете, вам лучше будет заработать в этой сфере самостоятельно или в сопровождении профессионала? А у вашего профессионала какие-нибудь сертификаты, кроме сертификата любителя пива, есть? А с чего вы так решили? Ну, я не знаю, я спрашиваю, у вас какие-нибудь, у вашего эксперта есть какие-нибудь сертификаты? Конечно, есть. Какие? А у вас есть? А мне-то зачем? Он же эксперт, не я. Но вы же уверены, что у нашего эксперта есть сертификат на распитие пива? Не знаю, я спрашиваю. Есть? Вы не спросили, вы утвердили. Ну хорошо, еще какие сертификаты у вас есть? Конструктивного диалога? Конечно, у нас... Или вы хотите... У нас максимально конструктивный диалог. Я спрашиваю, какие сертификаты есть у вашего эксперта?
сертификат квалифицированного инвестора. Угу. Всего-навсего-то. Да, всего-навсего-то. А почему вы еще, если считаете, что это всего-навсего, вы его до сих пор не получили? Да почему? Откуда вы знаете, что я его до сих пор не получила? Ну, если вы хотите открыть свой брокерский счет, ну? То очевидно, что у вас нет квалифицированного. Нет, не очевидно совершенно. Я хочу открыть брокерский счет. Хорошо. Что у меня еще есть помимо этого желания? Пока у вас проект не касается. Ну, так не будем. Ну, вот так. Вас не слышно. Ну, что ж такое со связью? Невозможно. Вот вы говорите, что у вас есть сертификат квалифицированного инвестора. Подскажите, а какой оборот должен быть, чтобы получить этот сертификат? Я не говорила, что он у меня есть, и не говорила, что его нет. Но у меня на моих счетах сумма восьмизначная. Ну, прекрасно. Я не спрашиваю, сколько у вас есть денег, и не лезу в ваш банк или карман. А я не говорю про банк, я говорю про брокерский счет. Так вы его хотите открыть? И что? Это не значит, что я уже этого не сделала. У вас беда с логикой. Потому что вы проект, а не компания. Ну? Продолжать-то будем. Вы говорите, что вы хотите одно, теперь вы говорите, что вы хотите совершенно другое. Я хочу открыть брокерский счет. Что мешает мне открыть еще один? Третий, пятый, десятый? Ничего не мешает. Ну, давайте открывать. Традиционным способом. Путем подписания договора с брокерской компанией. Вы предлагаете другой вариант? А, ну да, с вами нельзя подписывать договор, вы просто группа народа. Да вам-то какая разница, вы все равно лишь всего-навсего группа народа. Вам-то зачем? Я так хочу. Мало ли, что вы хотите. Я тоже хочу открыть брокерский счет четвертый. Ну, открывайте, кто ж вам не дает. Я бы хотел узнать данную информацию, как ты это сделал. Я же говорю, элементарно, брокер... Намного проще. Вам проще. Но это ваша проблема. Проще вам или не проще. Брокерский счет открывается традиционным способом подписания договора о присоединении с брокерской компанией. Ну, что непонятного-то? У вас другая версия происходящего есть? Очень приятно пообщаться с таким образованным человеком, как вы. А какими активами торгуете? Фондовый рынок в основном. Фондовый рынок в основном? Угу. Мы счет-то будем открывать? Фондовый кошелек или фьючерсная торговля? Фьючами не увлекаюсь последние 2 года. А у вас фьючи поставочные или расчетные? Расчетные. Расчетные, понятно. Ну ладно, пусть будут расчетные, в принципе. Ладно. Самый распространенный вариант. Используете кросс-маржу или изолированную? А вам-то какая разница? Ну, когда торговали 2 года ранее. 2 года ранее, после истории с Моиксом, я бросила вообще все это делать, в принципе, потому что больше не хочу. Если вы помните историю с Моиксом, то вы меня поймете. То есть, прогорели, можно так сказать, да? Нет, я наблюдала это со стороны. Я вас услышал. Знаете, отечественный рынок, и никаких надежд тут совершенно не возлагается. Ну? Я думаю, для вас это секрет, что берем заработок на бирже, то использовать международный счет намного выгоднее. Угу. Ну, это значит, вы просто не умеете работать на московской бирже, если не возлагаете на нее никаких надежд. Просто не умеете, и все. А давайте будем откровенны. Как вы считаете, на отечественном рынке можно сейчас заработать? Если вы не умеете это делать, это не значит, что это нельзя. Вы просто не умеете. Нет, я умею делать. Ну, я тогда... на международном рынке. Ну, зарабатывайте, кто ж вам не дает. Ну, мы счет-то будем открывать? И вниз.
нескольких направлениях. Ради бога. Меня совершенно не интересует, как вы зарабатываете. Я хочу открыть брокерский счет. И убедиться, если у вас, у вашего аналитика, хоть какие-то сертификаты. Есть у нашего аналитика сертификаты. Какие? Смотрите, давайте мы с вами не будем ходить вокруг да около. Я могу вам много чего рассказывать, но лучше один раз показать. Угу. И что вы хотите мне, что вы хотите мне показать? Я хочу вам показать, как происходит работа и вся безопасность, которая у нас есть. Угу. Ну хорошо, показывайте, каким образом вы мне это будете показывать. У вас WhatsApp по этому номеру телефона? Сейчас посмотрю. Да, по этому. Смотрите, вы с телефоном на ты или на вы? Да нормально я разберусь с телефоном, что вы хотите. Вы уже на WhatsApp? Нет. Как я могу быть на WhatsApp, если вы мне звоните на телефон? По телефону. Да, ну, перейдите в WhatsApp. Ну, сейчас возьмем, сейчас, одну секунду, сейчас перейдем в WhatsApp. Ну, да, и что? Ну, открыла я WhatsApp. Вы находитесь в WhatsApp, правильно? Я его открыла. Вам сейчас поступит плюсик. Плюсик? Ну, давайте плюсик. Ответьте мне тоже плюсиком. Ну, и решетку вам пошлю. Традиционно. Сейчас, момент. Так. Ловите решетку. Увидел. Угу. Теперь смотрите, у вас ее там есть добавить? Есть добавить, да. Вас надо добавить. Контакты сохранить. Вас надо добавить в контакт. Ну, давайте, добавила. Добавили? Да. Добавила. Супер. Теперь смотрите, Роза, как мы поступим? Сейчас вам наберет старший менеджер, да? И всю информацию вам предоставит. Угу. Хорошо. А то вашей группы народу старший менеджер, или он где-то работает? Или он сам по себе? В нашем же проекте он имеет более стажа, больше стажа. Угу. Я спрашиваю, и где он работает? Или он формально безработный? Кстати, а вы где работаете? Или вы тоже формально безработный? Что это? У вас в трудовой книжке что написано? Нет такого скрипта, да? Менеджер проекта «Газпром Инвест». Не менеджер проекта, а организация-то какая? Вам зарплату платит? Если платит, конечно. Аналитический центр компании «Газпром». А, то есть вы работаете в компании «Газпром». Прям в самом ПАО «Газпром»? Аналитический центр от компании «Газпром». Это дочерняя компания. А, то есть дочерняя компания называется аналитический центр. Ну, а что вы так все мне рассказывали? Мы проект, мы без юрия лица, мы вообще погулять тут вышли. Ну, ладно, слушаю вас, аналитический центр. Давайте сейчас я вам сброшу, и менеджер старший вас наберет на WhatsApp. Ну, давайте, пусть набирает. А вы все свои функции выполнили? Все? Да. А мы счет будем делать. Все, пропал? Да. Старший менеджер вряд ли позвонит. Как я люблю эти группы граждан по интересам, проекты. Прям сил нет. О, нет, звонит надо же кто-то. Алло. 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 Алло, Роза, добрый день. Добрый. А, Роза, позвольте мне представиться. Меня зовут Павел, фамилия моя Рубцов. И я являюсь старшим менеджером компании «Газпром Инвест». А, вы вот компания «Газпром Инвест»? Угу. А ваш просто коллега, да, ваш менеджер даже не знал, что он работает в компании «Газпром Инвест». Надо же. Ну, знаете, они еще новички,
Поэтому, скажем, даже с людьми общаться. Не, ну слушайте, поймите это, хорошо? Я понимаю, но хотя бы знать, в какой компании он работает, он должен? Или совсем вы вообще откуда их берете-то таких? Новички. Да. Ну ладно, хорошо. Ну, скажем, да, многие еще даже на стажировке. Людям по 24, по 25 лет, слушайте, они еще молодые. Не пройдут они стажировку в вашей компании. Ну совсем вообще. Просто. Я вас понял. Хорошо, я вас понял. Ну, я возьму вашу критику на пример. Хорошо, Роза, вы мне подскажите вообще. Вы про что с ним говорили? Ну, слушайте, о чем с ним можно будет говорить с человеком, который не знает, в какой компании он работает? Ни о чем толком мы с ним не говорили. Все, что я и смогла ему донести, что я хочу открыть брокерский счет. Он вам объяснил, что мы не компания, а брокеров? Нет, не объяснял. Он вообще ничего не смог объяснить. Я он сказал, что вы аналитический центр. Он сказал, что вы аналитический центр компании «Газпром». Ну, слушаю вас. Вот, давайте я вам сразу объясню касаемо того, что вы говорите, вы хотели бы открыть брокерский счет. А вы мне скажите, уже имеете, да, опыт в инвестициях? Да, я неплохо понимаю это, поэтому давайте сразу к делу. Мы где будем счет открывать? Давайте так сначала. Вы торгуете на фондовом только рынке или затрагиваете еще какое-то? Или вы затрагиваете только московскую биржу? Я сказала, после истории с Моэксом я в сырье не лезу. В сырье не лезете, я вас понял. Вы затрагиваете только московскую биржу и работали уже с каким-то брокером? Ну, естественно. Так а почему вы дальше не продолжили, допустим, работать? А почему вы решили, что я не продолжаю с ним работать? Ну, потому что вы находите себе дополнительный источник дохода, я так понимаю. Нет, неправильно понимаете. В каком человеке меня не устраивает? А вы сами торгуете? Кстати, можно вопрос? А вы сами торгуете или вы уже имеете кого-то под рукой? То есть кем-то, кто-то вам дает торговые сигналы или аналитику? Я не понимаю, в каком человеке меня что не устраивает? Я вам не так поставил вопрос. Я говорю, вы торгуете сами или под чем-то сигналом? Я сама торгую. Сами торгуете? Торгую, да. На какой площадке вы торгуете? У вас спотовая торговля или вы фьючерсами торгуете? Я же сказала, я фьючерсами не занимаюсь после истории с Мосбиржей, с Моэксом. Значит, у вас только спотовый холодный портфель, верно? Ну да, может немножко подогретый. Так, я вас понял. А на какой бирже вы храните его? Где торгуете? NASDAQ, NKE? Где? LCI, Bovespa, Guangzhou и в Индии Inshallah Incorporated. Так. Угу. Так. А, и вы для себя ищете еще дополнительного брокера, чтобы я вот просто не понимаю дальше. Да, еще дополнительного брокера. У вас есть холодный портфель. Да, фьючерс вы как бы не хотите затрагивать. А, но при этом вы мне подскажите, каким портфелем вы сейчас обладаете, то есть какие активы входят в него? И от каких анализов вы отталкиваетесь, что вы покупаете определенные активы? Я отталкиваюсь от разных анализов. Например, по Вассерману, по Рапопорту, по Милославскому, по Патрику Кроликову. А сколько вы уже работаете, занимаетесь этим? Это ваш дополнительный источник дохода или основной? Это не то и не другое, это инвестирование. А сколько вы этим уже занимаетесь? Лет 6. И только сейчас пришли к тому, что хотите себе еще одного брокера, который будет вас сопровождать. Я вас понял. А вы хотите отталкиваться только от фондового рынка? Криптовалюта вас не интересует? Не интересует. Хорошо, тогда давайте я вам объясню касаемо того, что мы вам можем предложить. Еще раз повторю, мы являемся дочерней компанией от «Газпрома». Мы «Газпром Инвест». То есть мы помогаем людям зарабатывать в сфере инвестиций. Да, мы затрагиваем и спотовую, и фьючерсную торговлю. Но как это происходит? Вы создаете себе счет на торговом терминале.
и отталкиваясь от наших сигналов, вы проводите торговлю. Ну, это понятно, да. Вы даете, доход, я поняла, даете торговые сигналы. Процент доходности мне интереснее. Да. Какой? Вот, но мы не брокеры. Да это я поняла. То есть мы не берем... Да это я поняла. Мы не берем за вас комиссию. Ваш процент дохода гарантированный составляет от 12 до 17% ежемесячной прибыли. Она может быть выше, но это уже отталкивается от ваших предпочтений. То есть мы можем гарантировать вам это только потому, что мы затрагиваем 4 направления рынка и также затрагиваем фьючерсную торговлю. Если же мы говорим за спот, но это уже, знаете, я не буду вам что-то гарантировать спот. И от чего-то отталкиваться. Понятно, ладно, хорошо, я поняла. Не гарантируйте, так не гарантируйте. Мне в любом случае брокерский счет еще один нужен. А почему вы не хотите прибегать к аналитике и торговать? Вот у вас такое просто негативное отношение к фьючерсам, то есть что-то произошло, и я нет, еще понимаю, раз. Товара сырьевом рынке. И теперь вы полностью не хотите его затрагивать. Я вам сказала, если вы давно работаете, вы должны помнить историю Моэкса с уходом нефти в минуса. Ну, это я знаю. Ну вот, с тех пор не хочу. Ну, не хочу с тех пор. Вы словили одну ликвидацию, и теперь... Из-за этого одного негативного опыта вы не словила ликвидацию, не словила негативный опыт. Я наблюдала за этим со стороны. И предпочитаю дальше подобные вещи наблюдать со стороны. Так, тем более. Нет, мы остановимся на фондовом рынке. Смотрите, вы же и так своей жизнью в целом рискуете, да? Вы уже полезли в сферу инвестиций, торгуете на протяжении 6 лет по спотовой торговле, то есть к определенным рискам в своей жизни вы пришли. Я не полезу в фонд. Ну хорошо, ладно, посмотрим на фондовый рынок потом. Сейчас мы сначала на нефть и прочие товарно-сырьевый рынок, потом. Сейчас мы сначала должны открыть брокерский счет, там разберемся. Я же вам объясняю, что мы не брокеры, мы с вас не взимаем комиссию. Ну, понятно, хорошо, а брокер... Нам это не выгодно. Да я поняла, брокер-то у нас тогда нам кто? Нам это не выгодно. Мне тогда где брокерский счет открывать, если вы просто аналитики? Ну, смотрите, вот, мы аналитики, я менеджер, я старший менеджер. Аналитик под вас уже подберет торговый терминал, и этим занимается он. Ну, пусть подбирает. Аналитик. Да ладно, он разберемся, они все одинаковые. Мне, в принципе, без разницы, какой торговый терминал. Вот, все. Вот, тогда смотрите, когда вы откроете счет, этот вопрос вы сразу же с ним поднимете. Естественно. Я не хочу вам что-то обещать. Я вам могу гарантировать только проценты дохода в соответствии с фьючерсной торговлей и спотовой. И я вам могу объяснить только ваш процент нашу выгоду и вашу выгоду. Все продемонстрировать, все рассказать касаемо безопасности, касаемо нашего проекта. И уже от этого отталкиваться. Да я поняла, мы счет брокерский где будем открывать? Все, смотрите, брокерский, ну, это я же вам сказал, это будет технический департамент заниматься, я не могу... А, ну хорошо. Они под вас подбирают. Чего подбирают? Платформу? Да. А брокер кто? Они тоже подбирают? Брокеры уже исходя из площадки, брокеры у них так же, как у вас, у аналитика свои брокеры. Ну хорошо, я поняла. Ваша выгода. Угу. Вот, поэтому смотрите, давайте тогда приступим с вами к такому действию. Сейчас я вам покажу регистрационную форму. Давайте. То есть, где будут храниться ваши деньги, да. Сейчас технический департамент, я сделал у него запрос, и он нам все в наш с вами чат в WhatsApp вышли. Угу. И мы с вами уже... Кстати, очень интересно узнать, где будут храниться деньги. Вот это самый принципиальный вопрос. Угу. Все, конечно, никаких проблем. Сейчас в течение минуты он поступит в регистрационную форму. Хорошо. Также мне, Роза, подскажите пока, касаемо процента дохода вашего интереса и нашего, вы все поняли? Ну, ваш интерес еще раз озвучить. Да, конечно. Объясняю, как этот процесс вообще происходит. Наш интерес составляет 30% от вашей чистой прибыли. Сколько? Но ваша чистая 30%. Нет, все, до свидания. Не надо, спасибо. Меня это не интересует. Это почему? Да потому что да, еще испугало, вы как бы слишком много хотите, а я не намерена столько платить. 30% в первый раз слышу. Подождите. Такое. Так, а если вы зарабатываете 100 тысяч, даете и при этом ничего не делаете, вы не совершаете ни технический анализ, ни фундаментальный, вы не сидите с индикаторами, не рисуете и не анализируете рынок по 12 часов, то вы хотите... А сколько вам говорили за процент дохода?
Если я же понимаю, что я не первый далеко менеджер, который вам набираю. Ну вот ваш предыдущий менеджер. Ваш предыдущий менеджер сказал от 12, по-моему, до 23. Нет, вы не поняли, нет, стоп. Это вы что за диапазон мне называете? Ну, который ваш ваш предыдущий коллега озвучил. Доходность от 12 до 23% в месяц. Нет, это ваша доходность от 12 до 17%. Это я вам говорю за фьючерсную торговлю. Ну. Вот, это если мы ее затрагиваем. Подождите, ну давайте так прибежим. Я вам не называю космические цифры, я не хочу вам их обещать, потому что вы сами понимаете, что такое анализ рынка и торговля на нем. То есть, если вы увидите сами гарант того, что вы можете тут зарабатывать, и это будет ну, на ежемесячной, на ежеквартальной, ежеполугодней, ежегодной основе, на долгосрок, то вы хотите сказать, что люди не заслуживают за свою работу получать такую прибыль, верно? Верно. Учитывая, что вы ничего не делаете. То есть вам говорят зайти в сделку или купить какой-то актив и просто ждать. Угу. Вам объясняют процентное соотношение маржи, вам объясняют кредитное плечо, с которым вам необходимо... А мне не нужно кредитное плечо. И вам необходимо только ждать. Мне не нужно мне не нужно кредитное плечо. Я с левериджем не работаю. Это во-первых. Во-вторых, все это напоминает мне стрижку свиньи. Визгу много, шерсти мало. Процент доходности низкий, ваша комиссия слишком большая. Подождите, она на дистанции. Давайте даже если мы с вами порассуждаем. Сколько процентов вам гарантирует банк за систему вкладов? А при чем тут самый банк? Самый лучший процент. При чем тут банк? Я вам просто хочу объяснить. Давайте даже оттолкнемся с вами, если мы с вами будем на ежемесячной основе зарабатывать 12% в месяц, то годовых это 144%. Допустим, даже если вы начали с 1 миллиона рублей, вы заработали чисто 1 миллион 440 тысяч. И из 30%, давайте быстро посчитаем, это 432 тысячи рублей. То есть 1 миллион 80 тысяч рублей вы имеете просто дохода с того, что вы по сигналам аналитика повторяете сделку, и вы называете, что это огромный процент? Не пойдет. При этом мы вам гарантируем? Ну, если вы мне в письменном виде это гарантируете, тогда я согласна. Конечно. И это, давайте так, я не хочу вам говорить много на словах. Мы с вами, я вам и так очень много рассказываю, я хочу вам продемонстрировать. Конечно, сделку я с вами сейчас открывать не буду, это не в моей компетенции. Но гарантировать вам от 12% до 17%, и эта прибыль может составить больше, все в зависимости от анализа и времени, которое вы можете уделять, то если мы берем с вами долгосрок, вы выйдете очень даже хороший плюс. Смотрите, Роза, такой момент, что технический отдел мне отчитался, что в наш самичат уже поступил... регистрационная форма. Скажите, что видите на экране? Давайте я вам помогу. Подождите, а письменные гарантии-то вы мне дадите? Письменные гарантии на что? Ну, на доходность, которую вы мне обещали. Именно и только из-за этого я согласилась вам платить 30% при наличии письменных гарантий. Ну, объясню, да. Аналитик вам, конечно, распишет ваш план, исходя из суммы, с которой вы хотите начинать, то есть как он будет задействовать ваши деньги, то есть в каком процентном соотношении, придерживаясь структуры money management и также риск менеджмента. Вот. И после чего он вам распишет план, вы все сами увидите и будете наглядно уже наблюдать. Но я вам хочу объяснить, что вы деньги никому не отправляете. И деньгами вашими мы не распоряжаемся. Это то есть вы в любой момент можете сами сорваться. Вот, смотрите, вы можете в любой момент сорваться, приобрести актив или пойти на фьючерсы и сами начать торговать. Вы же понимаете, что вы нам тоже так же не можете дать гарантии того, что вы будете проводить всю торговлю. Почему? Исключительно по нашим сигналам. Мы подпишем договор, в котором будет оговорено ваша доходность и мои обязательства не заниматься самодеятельностью. Все прекрасно, печать, подпись. Договор? Конечно, а вы как думали? Подождите, а как договор, если вы никому деньги в доверительное управление не даете? Вы мне услуги оказываете? Оказываете. Услуги возмездные? Услуги возмездные. Услуги возмездные? Возмездные. Значит, на возмездные услуги должен быть договор. Вы мне письменно гарантируете доходность. Подождите, я вам письменно гарантирую, что я не занимаюсь самодеятельностью. Все прекрасно. Только на этих условиях я согласилась на 30%. Подождите, а юридическое подкрепление будет каково составлять, если, допустим, вы зайдете с одним балансом, потом будете торговать, нам наш интерес пересылать, потом вы возьмете его, просто потеряете. То есть вы теряете его сами.
Ну хорошо, это будет, и это будет оговорено в нашем договоре, что я не занимаюсь самодеятельностью. Если я этим займусь, то это нарушение договора, вы подаете на меня в суд. Если вы мне не гарантируете 17, на основании договора. На основании договора. Так и что, суд? Подождите, что суд может применить? Если вам, повторю, вы деньги не отправляете, вы можете сейчас дать в банке кредит, досрочно его закрыть? А при чем тут банк? И банк вас просто спишет. При чем тут банк? Вы деньги также не ложите в банк. Не ложу. Я не понимаю, просто вы говорите договор. Конечно. Когда вы деньги никому не отправляете, то есть деньги будут полностью в вашем распоряжении, только под наши торговые сигналы. Несомненно. Значит, и получается... объясняю еще раз. Договор об консультационных, аналитических, как хотите, обзовите услугах. Вы мне пишете, что вы мне гарантируете 12-17% в месяц. Я пишу, что я вам гарантирую не заниматься самодеятельностью. Печать, подпись, все. Нарушение договора одной из сторон является основанием для подачи иска в суд. Все. Иска в суд? Конечно. Вы, наверное, вообще не понимаете, да, как эта система построена. Прекрасно в нашей понимаю, стране. Как в нашей стране построена что система. И гражданская судопроизводство. Вот, вы говорите, в такой формальности мы можем это сделать. Только если деньги у нас. Нет. То есть вы нам деньги отправляете? Это совершенно очевидно. Такой формальности мы так можем. Не, вы, естественно, можете. Я с брокером-то, кому отправляю деньги, тоже договор буду подписывать. А с вами я буду подписывать договор об аналитических услугах. Какой? Вот, например, когда ко мне приходит, как мне приходит компания строительная, например, делать ремонт, я с ним подписываю договор. Они мне оказывают строительные услуги. Когда я, например, отправляю ребенка учиться в школу, я тоже подписываю договор, да, если это частная школа. Если я получаю вы какой-то... Вы ребенка отдаете людям. И что? А вы не подписываете договор, если вы сами подписываете, если вы ребенок занимается домашним обучением или домашним воспитанием. Совершенно верно. Вы ни с кем договор не подписываете. А вы мне домашнее обучение предлагаете? Людям. А вы людям... отдаете своего ребенка, и поэтому обалдеть. Они берут за него ответственность. А вы не берете ответственность? Договор. А вы не берете нет. ответственность? А, ну если вы не берете... Так, если вы не берете ответственность... Мы не распоряжаемся, но вы не вы, слышите то есть, меня. Вы не берете за себя ответственность за свои сейчас. Советы? Вы ответственность за свои советы берете? Что неправильно? За свою аналитику и за свой процент дохода мы берем. Почему вы боитесь подписать? Почему вы боитесь подписать бумагу? Что подписывать? Договор деньги, об аналитических услугах. Вы даете Роза, советы. Вы не понимаете, это вы не понимаете, как этот процесс происходит. Вы даете мне нет. советы. Если вы за них боитесь расписаться, то я тогда не дам вам 30%. Потому что вы боитесь брать на себя ответственность. Вот и все. Ну так мы с вами, подождите, смотрите, как это происходит. Вы просто убеждаетесь, что мы с вами вы заработали деньги, вы их вывели, и нам наш интерес также можете не выслать. Мы сейчас являемся могу. Кем тогда? Это будет, вы, это так, будет о, прописано тогда в договоре. Мы договор подписать. Вы еще элементарно. Раз, мы можем с вами подписывать договор, если деньги вы мне отдаете в доверительное управление. Я нет. не распоряжаюсь. Можем, а конечно. Что можем, на какой-то срок. На какой-то срок. Подождите, давайте мы с вами будем вести дело. Я говорю... Вы молчите, потом вы говорите, я вас выслушаю. Вы просто не, серьезно не понимаете, что, повторю вам последний раз, вы нам не отправляете деньги. Деньгами распоряжаетесь исключительно вы, только по нашей торговой сигналы. Мы не можем смотреть, как вы дальше ввести свой счет. Вы можете выводить деньги, заводить большую сумму. Вы можете брать и просто эти деньги, так скажем, ваш депозит слить, да, потерять его. Без нашего торгового сигнала. А сейчас вы мне говорите, что вы подпишете договор на то, что вы гарантируете, что вы это делать не будете. Но если ваш депозит потерялся, ну вы его слили, вы хотите, чтобы мы подавали иск в суд на то, что вы распоряжались своими деньгами и их потеряли? Совершенно это верно. Так происходит. Если я, вы мне гарантируете, вы пишете простую вещь, вы гарантируете мне доходность 12-17% при условии, что я не занимаюсь самодеятельностью. Если я занимаюсь самодеятельностью, наш договор будет расторгнут автоматически. Все. Как нарушение договора с моей стороны. Время. Мы вам дали аналитику, а вы просто взяли, потеряли баланс.
И нам наш интерес, получается, не оплачиваете? Нет, почему? В договоре тоже прописывается. В договоре тоже прописывается, что я вам, когда и на каких условиях я оплачиваю вам ваш интерес. Если я вам не оплачиваю, вы на основании договора обращаетесь. Как не можете? Это будет прописано, если это будет прописано в договоре, то элементарно совершенно, через суд. Что через суд? Принудит меня к оплате. Элементарно, ваша компания. Нету никаких принудительных оплат. Ваша компания подает в суд деньги выводите. О том, что я не оплатила вашу комиссию. Нет, Роза. Вы же боитесь, что я не оплачу вашу комиссию? Так вот, мы это пропишем в договоре, и если я нарушаю договор и не оплачу вашу комиссию, вы подаете в суд, и суд взыскивает с меня. Давайте тогда мы этим не будем забегать куда-то на перевод. Вы мне скажите, вы от какой суммы отталкиваетесь, то есть какую сумму вы хотели бы вообще инвестировать? Зависит от брокера. Зависит от брокера, зависит от ваших финансовых возможностей. Почему здесь брокер? Мои финансовые возможности вполне серьезные, поэтому в зависимости от того, какой будет брокер, я буду решать, сколько денег я готова. Вы имеете статус квалифицированного инвестора? Имею, дальше. А с какой суммы в 2024 году считается статус квалифицированного инвестора? Я получала сумму 6 миллионов. Это было давно. Хорошо, я вас понял. Mm-hmm. И вы хотите этой суммой оперировать и работать с нами на долгосрок, да? Только в зависимости все от брокера и от готовой аналитики. Конечно, естественно. В зависимости от того, от вашего аналитика, от вашего брокера. Угу. Хорошо, давайте тогда так. Не хочу с вами ходить вокруг да около долго. Я вам сказал проценты. Касаемо договора, я вам могу гарантировать, что никакого договора не будет. Вы никому деньги не даете. Угу, понятно. Ну тогда я не могу вам гарантировать. Тогда я не могу вам гарантировать. Если вы не хотите мне письменно ничего гарантировать, я вам тоже не могу ничего гарантировать. Письменно прописана стратегия условий на вашу почту, будет отправлено. А, ну хорошо, то есть, будет да, вот как-то. Так, подождите, так, введите так. Ваш логин. Логин у нас, или надо регистрироваться. У вас есть создать профиль. Профиль. Сейчас посмотрим. Так, хорошо. Сейчас. Так, логин. Какие-то требования к логину есть? Нет, исключительно по вашим пожеланиям. Без только символов точки, запятой. Так, номер телефона с семеркой. Да, там плюсы. Пароль. Требования к паролю каковы? Есть какие-нибудь? Только латиница. Латиница и цифры. Только латиница и цифры. Оп. Так, повторить пароль. Зарегистрироваться. Запомните пароль. Да, я вошла в Газпромбанк. Все, смотрите, давайте так. Газпромбанк, говорю вам сразу, он является гарантом сохранности ваших средств. Подтвержден также вниз, вы можете пролистать, увидеть строку расходов, строку новостей. Да, я поняла, да. Давайте. У меня счет, получается, брокерский счет у меня в Газпромбанке открылся, правильно? Нет, Газпромбанк сейчас является гарантом посредника ваших средств. А брокерский счет у меня где? Брокерский счет, объясняю вам. Брокерский счет, торговый терминал, на котором вы будете работать, это в дальнейшем будет подбирать исключительно технический департамент. Хорошо, ладно. А сейчас у меня что открыто? Исходя из ваших предпочтений, еще раз. А сейчас у меня что открыто тогда вот, где я регистрирую? Это ваш инвестиционный счет, где вы будете просто... Счет. Вот тут у вас будут храниться деньги. Это и есть? Посредовательный счет. Какой срыв? Это посредники. Посредники. Посреднический счет. Посреднический да. счет. Будут храниться ваши деньги. Посреднический да. счет. Очень Исходя интересно. Так, а что такое посреднический вот. Счет? Я вам объясню. Вот тут будут храниться ваши деньги. Тут вы будете пополнять что-то с рубля, конвертировать в доллар. После чего под вас, еще раз повторю, подбирается. Ладно, разберемся с вашим посредником. Ладно, так,
Посредник. Посредник у нас вот так, Газпромбанк. Ну хорошо, общий баланс, общий доход, настройки, поддержка, выйти из аккаунта. Угу, понятно. Ну и дальше что? Супер. Теперь смотрите, внизу. Uh-huh. Внизу у вас есть, я вас ознакомлю тогда только с выводом. Я разберусь, это все понятно, да. Вывод попал, вывод такой же, как пополнение, только ровно наоборот. Понятно. Не вижу никаких пополнений, да, вообще ничего. Пополнение происходит через кассира банка. Угу, это люди, официальные лица, которые конвертируют вам валюту. Знаете, система P2P еще так называется. P2P – это официальные лица, понятно. С каких пор P2P стали у нас официальными лицами-то? Нет, ну, это ладно. Еще раз объясняю, это люди, кассиры. Давайте не перебивайте. Кассиры. Ладно, потому что не люди, это кассиры. Хорошо, это кассиры. Кассиры. Это люди в отделении банка. А, понятно, в отделении банка сидят кассиры. Все понятно, да. Которые вам могут, да. Угу. Общий баланс $0. Угу. Так, а вот пополнить, нашла пополнить. Оно? Алло. Да, оно. Угу. Так, Всеволод, Иван, опять Всеволод, опять Иван, опять Всеволод и опять Иван. Окей, Всеволод, Иван, Иван, Всеволод. Кого бы мне выбрать? Это действующие кассиры, вы видите там статистику. Угу, сумму пополнения, сейчас посмотрим. Продолжить. Так, номер счета кассира Всеволода. Сидоров кассир. К оплате. Хорошо. Так. Угу. Сейчас проверим. Угу. Да, все, я оплатила. Сейчас надо, правда, это... Сейчас, нет, не оплатила. Здесь не получается. Надо... заходить в банк. Надо заходить в банк. Сейчас, секунду. Зайдем в банк. Так, а это у нас что за банк? Это открывашка, что ли? Открытие? Так. Подождите, вы сейчас хотите произвести открытие вашего счета? То есть, да, я этим занимаюсь. Чек о транзакции. Угу. Чек о транзакции, пожалуйста, мне также перешлите на WhatsApp, хорошо? Угу. Как только... Сейчас, секунду, я переведу деньги. Угу. Да, все перевела. А тогда чек у вас появился? Появился. Перешлите мне его на WhatsApp. Как только вы скажете мне кодовое слово, которое я написала вашему кассиру, и сумму перевода. Так я же не знаю, мне нужен чек, чтобы подтвердить оплату. Да, пусть кассир... сумма поступает. Запросите кассира, он же сидит в банке. Еще раз. Да, истерический смешок. Кассир сидит в банке? В банке. Вот у этого кассира и запрашиваете. В банке. Подождите, так дайте мне ему предоставить чек, что вы оплатили. Сейчас этому кассиру ежесекундно поступает определенная сумма денег. Совершенно и вы сейчас верно. Просто говорите ему, так я не могу, он сейчас, мы должны подтвердить вашу оплату. Ну, то конечно. Есть, какую сумму вообще оплатили? Несомненно, ну, подтвердите. Кассиру написано сообщение в назначении платежа. Кассиру все. Написано сообщение. В этом сообщении все, пояснение супер. И кодовое слово. Ну, сюда, Роза, пишите. Угу, давайте. Нет, Роза, давайте, ну, мы с вами взрослые люди. Конечно. Давайте вы мне вышлите чек, я ему перешлю, угу. Он проверит оплату, и угу. Все. Как и тогда только... мы зачистим денежки сразу же. Они вам поступят в течение минуты надо на ваш инвестиционный счет. Как только вы назовете кодовое слово и сумму, которую я перечислила. Не вы? Так как я могу вам ее назвать? Я сижу в отделении банка. Не знаю. Вы же кассиру мне сами там предоставили. Вот позвоните в этому банку, этому кассиру. Вот, кассир? Нет, кассир. Так я не... Ну, кассир это человек, который вам конвертирует. Я старший менеджер. Ну, мне позвоните. Ему надо предоставить информацию. Совершенно ну, верно. Смотрите, я вам представляйте, все обязательно. Не перебивайте, я вам объясню. Кодовое сейчас слово. Сейчас на одного кассира угу. Может просто 500 транзакций
от 1000 рублей заходить ему на счет. Может. И вы сейчас меня просите его проверить, что от вас какое-то кодовое слово. Угу. И сумму, которую вы перевели. Угу. Именно так. А если вы переводили, допустим, с третьего лица, как вы хотите, нет, чтобы я эту транзакцию нашел? Поверьте, элементарно, я перевозила от имени Роза Марковна Кац. На Роза Марковна Кац перевела ему такую сумму, что не узнать ее невозможно. Написала ему комментарий и все, кодовое слово. Мне, пожалуйста, ну, как только кодовое слово. С какого банка вы делали транзакцию? С какого банка вы делали транзакцию? Кодовое слово. С Тинькова делала. С какого банка? С Тиньков. С Тинькова банка. Все, Роза, перешлите мне, пожалуйста, чек по операции. Я ему сразу предоставлю этому кассиру, напишу, покажу, угу, что это вы. И все. Хорошо. И мы зачистим деньги на ваш инвестиционный счет. Или давайте все, второй вариант. Кодовое слово или удостоверение кассира. Какое удостоверение кассира? Ну, вы когда можете приходите в отделение банка менять валюту, Роза? Вы просите какое-то удостоверение. Но вы не можете меняли. Вы приходите на кассу, просто меняете валюту. Тут угу, вы сделали то же самое. Не, просто не то же самое. Я вам объясню. Система SWIFT платежа, она отключена. Какой SWIFT? В России. А в России? А мы куда деньги? И вам все. А при чем тут SWIFT платежи? Вот. Мы переводим деньги российскому кассиру. Объясню. Один вот сидит в открывашке, в открытии, другой в Газпромбанке. Давайте вы скажете, я вас слушаю. Да я уже все сказала. Кодовое слово. Вы сказали, теперь объясняю. Вот, кодовое слово. Теперь объясняю, как происходит. Вы мне чек предоставляете. Потом я его пересылаю вашему кассиру, он подтверждает оплату на его реквизиты, вам зачисляют сразу же долг. Роза, идет. Это только так. Вы свои условия, хочу вам сразу сказать, вы их не будете ставить. Давайте на зову. Я с вами не пришел играть в игры. Мы здесь занимаемся серьезным делом. Это видно. Сейчас у меня еще 5 людей на очереди, с которыми я сегодня открою счет. Надеюсь, вы хотите, вы сейчас мне присылаете чек. Конечно. Все. И мы тогда с вами зачисляем денежку. Какое все, вы в этом убеждаетесь, вы видите, не что деньги вам пришли. Лени, и уже чего-то отталкиваемся. Кодовое слово и сумму. И нет, Роза, я еще раз объясню. Нет, это нет, никто тут, вы условия свои. Хорошо, ставите. Табельный номер кассира, я позвоню в открывашку, в открытие и спрошу. Удостоверение, фамилия, имя, отчество. Что значит табельный номер кассира? У любого сотрудника банка есть свой вот номер. Вот он у вас, да я даже да не знаю, в каком он сидит отделение. Лично я этот знаю. Кассир, он, скорее всего, находится или в Москве, может, в Питере. Ну, зачем я знаю, как где он сидит? Я позвоню, так вы можете вопрос сейчас, хорошо. Фамилия, имя, вообще отчество. Ну, как же я без табельного номера-то? Вы мне табельный номер не сказали, вы вообще не знаете, кто это. Поэтому я и сделала кодовое табельный слово. Номер, это кассир. Кассир. Это кассир. Кассир. Который конвертирует валюту. Сидоров кассир. Несомненно, Сидоров кассир, да. Так вот, поскольку вы не знаете, что это за кассир, как его зовут, где он сидит, именно поэтому я и написала ему кодовое слово, чтобы убедиться, что это так действительно не, я, кассир. У меня с ним может быть только переписка. Ну, то запросите в письменном, вот работает в онлайн-формате и запросите. Да, стойте, стоп, все, Роза, стойте, все, стоп. Под очень много, нет. Давайте, я вам еще говорю, 500 человек сейчас за минуту может делать транзакции на его счета, ну, чтобы конвертировать, я подожду. Вы здесь свои условия не ставите. Я подожду, я вам подожду обещаю это последний раз. Если вы хотите зачисление денег, если вы серьезно сделали перевод, и вы мне не обманываете, подожду. Вы мне пересылаете чек на WhatsApp, я его ему пересылаю, он подтверждает оплату, и зачисляю вам деньги. Не в таком формате, хотите? Нет. Не все, я ни к чему вас не принуждаю. Как только кодовое слово будет, я вас тоже ни к чему не принуждаю. Давайте кодовое слово, я смогу убедиться, никакого, что это кассир. Вы деньги переслали? А как же? Мы ждем чек. Все, идите. В таком формате это происходит. Сделочка по крипте горит. Сейчас чек я еще... Чек транзакции вы можете мне переслать. Десяток сделочек по крипте вы неразумно прислали мне. Я сейчас понаоткрываю сделочек по крипте. И будет все замечательно. Сейчас мы еще одну сделочку по крипте откроем. Сейчас мы их откроем десяток и зарубим все ваши криптофишки и вашего криптопокупателя. Так, к оплате. Сейчас мы еще открываем. Мало того, что вы свой WhatsApp, интернет тратите, я еще и вам сейчас понавырубаю сделочек. Все, пропал красавец. Нет, надо же, еще висит.
Какой молодец. Висит еще. Окей. Ну, висит так висит. Мы еще сделочку понаоткрываем. Два десятка сделочек по крипте. Понаоткрываем. Итоге огребет. Так, ну я открыла уже раз, два, порядка десятка сделок на крипту. Время истекает. Время истекает, прилетает страйк. Ага. Так что еще несколько минут. И все, Роза, если вы вашего покупателя крипты можете забыть. Я вас понял. Да, это замечательно. Это никакой проблемы. Идете. Сейчас, ну, конечно, не волнуйтесь, создам. Да, все, идите, огребайте от начальства. Криптопокупателя придется менять. Понял, ничего страшного. Ты же совершенно не соображаешь, ты же даже ссылочку не сообразил удалить. Конечно, нет. Да, но я сейчас по этой ссылочке... У вас оттуда сейчас не вылетит, и у вас не будет доступа просто с вашего большого. Да, конечно, я уже столько сделочек пооткрывала. Что уже все, точно, точно, о ужас, все, придется хорошо, давайте, получать давайте. Нового, искать нового покупателя крипты на вашей криптопомойке. Ну, давай, да, начальство давайте. Это не обрадуется. Ну, сейчас еще одну сделочку откроем. Это у нас пополнить. Еще кассир, о, еще какой кассир. Еще один кассир. Сейчас мы его пополним. Так. Угу. Ну, пока это сделать, пока эта ссылочка будет работать, я буду продолжать вам открывать сделочки по крипте. А время тик-так, тик-так. Время идет. Ссылочки истекают. Страйки прилетают. Надо же, какой нервный. Значит, объясняю, что я сейчас делаю. Я сейчас открываю сделочки от их покупателя крипты на криптобирже. После чего, естественно, им прилетит страйк за то, что сделочка-то не выполнена, соответственно, от страйков. Потом снижается карма покупателя крипты. Ну и после снижения кармы ему прилетают страйки. И рано или поздно все это придется менять. Поэтому пусть готовится идти огребать от руководства. Все, советую это делать. Ау, все, пропал. Значит, еще раз объясню. В чем фишка? Они присылают вместо, скажем так, кассира на своей мультяшной картинке номер карточки продавца крипты на каком-то криптообменнике. Соответственно, я перевожу деньги на карточку продавца крипты, а продавец крипты переводит деньги на их криптокошелек, который, естественно, я не вижу, не знаю. И зарегистрирован он, естественно, на них. В чем суть процесса? Если пана открывать на их мультяшной платформе кучу сделок на покупку крипты, и, естественно, их потом не выполнить, то рано или поздно их покупателю крипты, от имени которого я эти сделочки пана открывала, они же не понимают, что я это понимаю, рано или поздно прилетают страйки, определенное количество страйков, создает проблему с репутацией, с кармой. Я понимаю, конечно, перерегистрировать, открыть новый кошелек не такая уж большая проблема, но, тем не менее, пустячок, а приятно. Ну, и начальство пусть огребет, потому что лишние телодвижения начальство не любит. Алло. Алло, Роза, добрый день. Добрый. Узнали меня? Нет.
Это Павел с вами связывается. Старший менеджер компании «Газпром Инвест». Помните? Нет, не помню. Как у вас дела, как у вас настроение? Не помню. Помните? Нет, не помню. Я думал, я запоминающийся. Нет, хорошо. Абсолютно. А вы мне подскажите, пожалуйста, инвестировать будем с вами? Будем, конечно. Просто вы мне... Супер. Вы мне просто сказали, что вы тогда на кассира перевели иную сумму денег. И также не скинули чек о транзакции. Конечно. Что-что? Не скинула чек о транзакции, перевела сумму денег. А чек не скинула, потому что вы кодовое слово мне не сказали. Так сейчас скиньте. Кодовое слово скажите. Так а зачем? А зачем тогда скидывать? Так вам что, просто не жалко сумму денег, да, которую вы просто так потеряете сейчас? Чему сейчас? Я еще ничего не потерял пока. Так вы же деньги отправили. Отправила. Получается, вы их потеряли. Вы деньги потратили в никуда. Как никуда? Вот. Как никуда? Вашему кассиру отправила. Так это ему деньги вы отправили. Ну, хорошо. Просто. Ему отправила деньги. Вы сами сказали. Вашему кассиру. Компания, верно? Вашему кассиру отправила деньги. Все верно. Вы сами. Вам не жалко, верно, свои деньги? Почему не жалко? Ваш кассир их украдет? Ваш кассир их что, украл? Так, ни в коем случае. А тогда нет, что вы переживаете, случае. Что я разбрасываюсь? Если ваш кассир не украл, то вам нечего переживать. А если у вас мошеннический кассир вместе с вами, тогда другое дело. А я не переживаю. Если вы сейчас отправите чек о транзакции, то вам случится деньги на ваш личный счет. Если вы сейчас мне скажете кодовое слово... А я откуда знаю кодовое слово? Ну, значит, спросите вашего кассира. Так я с ним не имею связи напрямую. Он же не мой друг или товарищ. А куда вы? Это кассир этого. Ну? Что этого? Вы говорите, это не мой друг и товарищ, это... Вот я и жду, кто это? Уралсибанка, кассир или Уралсибанка, или кассир с подскажите открытия. Я не знаю, которому вы перечисляли. Я же не могу знать всех кассиров. А как? Понятно, сидит, банка, ВТБ, еще посидит. Тоже. Такой же обычный кассир. Кассир. Я что, должен знать его имя? Ну, а куда вы будете ему чек отправлять? Чек отправлять? Угу. У нас есть имя чат. А, ну вот прекрасно. Вот в чате и спросите у него кодовое слово. Какое кодовое слово? На которое я ему отправила. Хорошо, не, все, так дайте чек, и я ему скажу. В чате спросите кодовое слово. В чате спросите кодовое слово, скажите мне, и я отправлю вам чек. Нет, это же так не работает. Не работает? Ну, значит, не будет чека. Нет. Ну, так это вы, значит, куда-то деньги отправили. Вашему кассиру, понимаю, не куда-то, а вполне конкретному вашему кассиру. Вы никуда деньги не отправили, вы просто сейчас разводите сценку. Чего разделаю я? Сценку разводите, как ребенок. Сцепку развожу? А вас уже с кем-то сцепили? Связанные одной цепью, да? А, нет, скованные одной цепью, да. Цой жив, что называется. Ну, ладно. Ну, так кодовое слово-то будет. Скажите, вы настолько начитанная на самом деле, знаете, что такое квалифицированный инвестор. Вы сколько раз пополняли уже свой торговый счет? Вот сколько, какой я по счету менеджер, который вам звоню? Вот мы кругом ада прошли. Такой красивый, менеджер мне звонит в первый раз. Вот просто вот такое чудо в первый раз. Я вас понял. Угу. Я вас благодарю, конечно. Хорошо, пожалуйста. Учитывая то, что вы меня не видели, утверждать, что я красивый. Да, ну я по голосу я слышу, какое вы чудо. Только момент такой. Скажите, ну сколько вы уже раз пополнили торговый счет? Свой торговый? Фу, я уж со счета сбилась за 6 лет. Что? Свой брокерский за 6 лет я уж со счета сбилась. Не брокерский. А какой? Ну, вообще люди вам звонят же, предлагают условия. Предлагают, конечно. Много чего предлагают. И вы сколько раз уже пополнили свой торговый счет? Торговый счет я не пополняла. Я пополняю брокерский счет. И за 6 лет я пополняла его. Я даже не помню, сколько раз. А сейчас торгуете? Естественно, торгую. И пополняю свой брокерский счет на фондовом рынке.
Угу. А фьючерсы будем затраивать? Будем, конечно. Так вы же не хотите из-за ситуации с нефтью? Ну, если будет что-то разумное, тогда будем. Если ваш аналитик, если ваш аналитик сможет меня убедить. Я вас понял. Угу. Ладно. Хорошего вам дня, Роза. Прощайте. Надо же, до сих пор пытается что-то сделать. Видимо, ему реально влетело за сделки по крипте, которые я ему понаоткрывала и запорола. Обожаю это делать. Алло. А, Люция, здравствуйте. Здравствуйте. А к вам обращается Алексей Викторович, финансовый эксперт. Угу. Слушаю. Раз знакомству. Слушаю. А, Люция, вижу, что вы ранее интересовались дополнительным доходом, но так и к заработку не приступили, ранее пообщавшись со специалистом. Давайте разберемся, что произошло, что вас не устроило. Давайте разберемся. Вы финансовый эксперт из какой компании? «Газпром». Инвестиционный понятно. Проект «Газпром». Компания как называется? «Газпром». Прям ПАО «Газпром»? «Газпром», да. Вы не знаете такую компанию? Я спрашиваю, вы ПАО «Газпром» или еще что-то? «Газпром». Инвестиционный проект «Газпром». Еще раз, полностью, как называется ваша организация с указанием организационно-правовой формы? «Газпромов» много. Компаний, содержащих в своем названии слово «Газпром», много. Вы которые? Вы меня не слышите или что? Я не понимаю. Я понимаю, что вы меня не понимаете. Компаний, содержащих в своем названии слово «Газпром», много. Вы который из них? Для этого мне нужно знать организационно-правовую форму вашей организации. Люся, вы смотрели рекламу «Газпрома», интересовались дополнительным доходом. Вы должны лучше знать, куда вы обращались. А вы не должны лучше знать, где вы работаете, да? Я знаю, где я работаю. Я вам говорю, вы меня не слышите. Назовите полностью название. Хорошо, давайте так. Давайте пойдем по методу авиаинженера. Адрес вашей компании. Может, мы по адресу определим? Хорошо, давайте адрес. Давайте адрес, слушаю. Город Москва. Угу. Пресненская набережная, угу. Дом 12. И какой же из «Газпромов» находится на Пресненской набережной 12? Москва-Сити, бизнес-центр. Я понимаю. Знаю. Я живу на Рождельской, если что. Вы знаете, где Рождельская? Где? Не расслышал вас. Вы, если в Москва-Сити работаете, то вы должны понимать, что я живу на Рождельской. Или вы там... Угу, хорошо, да. Да, хорошо, живите там. Замечательно, а вы сидите там, «Газпром», на Пресненской набережной 12. Ну ладно, слушаю вас дальше. Я связался для того, чтобы вам помочь разобраться, вести вас в курс дела, рассказать про принцип заработка. Ну давайте. Так как мы работаем на законодательном уровне Российской Федерации, скажите ваш полный возраст и ваше гражданство, для того, чтобы я для вас подобрал комфортные условия. А вы чего, себе приписали функции Госдумы? Что-что? Вы себе приписали функции Госдумы на законодательном уровне? При чем здесь Госдума? Ну, вы сказали. Я вас спрашиваю. Угу, на законодательном уровне, да. Да, слушаю вас. Я ж такие безграмотных берут. Да, сориентируйте ваш полный возраст и ваше гражданство. Гражданство РФ совершеннолетнее. А сколько вам полных лет? Достаточно. Для того, чтобы заниматься этой деятельностью. Это понятие растяжимое. Для инвестиционной деятельности достаточно совершеннолетия. Хорошо, я вас услышал. Отлично. Вот вы смотрели нашу рекламу, интересовались для себя дополнительным доходом. Скажите, что вас заинтересовало в нашей рекламе, почему именно в наш инвестиционный проект обратились? Хотела узнать, что предлагает «Газпром». Непонятно какой, правда. Ну, вы смотрели рекламу, интересовались дополнительным доходом. Совершенно верно. Как я понимаю, вы имеете для себя финансовые цели определенные, либо финансовые проблемы. У меня нет ни целей, ни проблем.
Так, а зачем вы обращались тогда в наш инвестиционный проект? Для чего? А вы почему вот... оставляли ваш... Так, произнесите. Ваш инвестиционный проект, да? Берем словосочетание. Инвестиционный проект. Какое ключевое слово? Соображайте быстрее. Я на допрос попал или куда? Я что-то не понял. Нет, у вас еще все впереди. Так вот, инвестиционный, да? То есть я заинтересовалась инвестициями. Совершенно верно. Ну, вы интересовались инвестициями, правильно? Угу. Инвестиционный проект. Прекрасно. Вот видите, начинаете соображать. Прекрасно. Мы интересуемся, я интересуюсь инвестициями. А вы мне можете предложить эти услуги? Да, конечно. Прекрасно. Я для этого как раз и связался. Для того, отлично, чтобы вам подобрать комфортные условия. Давайте. Вот, нам приходят партнеры совершенно разными для себя целями, к примеру, кто-то для себя хочет погасить кредит, разобраться с ипотеками, либо расширить свой бизнес, если это предприниматели, либо бизнесмен. Накопить, либо заработать на определенные цели, либо мечты. То есть вы для себя какие рассматриваете финансовые цели? Инвестирование рассматриваю. Инвестирование рассматриваете. Угу. Ну, это понятие растяжимое. Угу. Это я рассматриваю инвестирование во всей растяжимости этого слова. Угу. То есть у вас нету пока финансовых проблем, правильно? Которые вы хотели бы решить в ближайшее время? Нет финансовых проблем. Хорошо, я вас услышал, Люция. Вот также к нам приходят партнеры с разных сфер. Это предприниматели, бизнесмены, врачи, разработчики, учителя, пенсионеры, вот и так далее. Совершенно разные люди приходят... Вот. А вы, Люция, профессионалом какого дела являетесь, чем вы занимаетесь? Я тамбур-мажор. Кто? Тамбур-мажор. Тамбур-мажор? Да. А что это такое? Ну, тамбур-мажор занимается тамбур-мажорской деятельностью вместе со Шпрехштальмейстером и Марк Шейдером. Ну, потом погуглите. И вас устраивает ваша работа? Конечно. В плане заработной платы? Конечно. В плане заработной платы все устраивает. Тамбур-мажор – это главный полковой барабанщик. То есть вы им работаете? Совершенно верно. Погуглили. Хорошо. И как вы давно в вашей сфере работаете? Всю жизнь. Всю жизнь работаете? Угу. То есть вас устраивает ваша работа в плане заработной платы? Устраивает. И на какой уровень дохода вам получилось выйти на вашей работе? Видите ли, у нас в полку полковые барабанщики и прочие барабанщики, а также шпрехштальмейстеры и маркшейдеры не разглашают свою зарплату. Мы контракт подписывали. Ну хорошо. Можете не озвучивать это. Вот, я предлагаю вам выйти на хороший уровень дохода. К нам приходит 80% новичков, которые не имеют опыта в сфере инвестиций. И получается, первое время выходить на уровень дохода 50-60 тысяч рублей. Вот здесь нет ограничений по доходности. На второй-третий месяц наши партнеры выходят на уровень дохода в 150-200 тысяч рублей и выше. В зависимости от суммы капитала и от суммы инвестиций. Так с какой суммы капитала можно выйти на доходность 200 тысяч рублей? Для начала я хотел бы, чтобы вы разобрались в механике заработка, как вы будете получать дополнительный доход, а потом уже будет цена вопроса. Дайте я угадаю, у вас грандиозная, вот просто инновационная экономическая идея купить дешевле, продать дороже, правильно? Да, правильно. Ну, отвидите. Что, уже все разобрались? Скажите, пожалуйста, процент доходности, который вы даете. Это 10-15%. 10-15% в месяц. 10-15%. Чтобы иметь 200 тысяч в месяц, надо вложить, ну, по минимуму, будем считать, 2 миллиона, правильно? Но здесь вы начинаете с минимального капитала, с самого малого начинаете. Для того, чтобы вы попробовали, увидели, как это все происходит. А зачем мне начинать с самого малого? Зачем мне начинать с самого малого? Зачем мне вот все это? Стрижка свиньи, визгу много, шерсти мало.
То есть вы заинтересованы по-крупному инвестировать в ней? Естественно. Как устроен этот бизнес? Я сказала уже вам, грандиозная, инновационная, экономическая идея. Купить дешевле, продать дороже. Что-нибудь понятно? Ну да, это правильно. Ну? Ну, я имею в виду, вы понимаете для себя, как устроен этот бизнес? Механику заработка. Не просто купить дешевле, продать дороже. А что? То есть вы понимаете, в каких направлениях вы будете зарабатывать? Какие есть направления доходности? Направление доходности? А что такое направление доходности? Ну, я имею в виду сегменты рынка. А, сегменты рынка. Ну, дайте угадаю. Я думаю, мне подойдет все, кроме крипты. Начнем с фондового. Начнем с фондового. Акции компании вас больше интересуют? Угу. Все верно. Вот. И так как вы человек новый, без опыта, мы будем вас полностью сопровождать на всех этапах. То есть мы будем предоставлять информацию, по которой вы будете зарабатывать, получать дополнительный доход. Хорошо. С вами будет работать аналитик. А как вы думаете, Люция, кто такой аналитик, чем он будет заниматься с вами? Советы пытаться мне давать. Ну, советы, да, это верно. Он будет вам подсказывать, будет вас курировать на всех этапах. Угу. Ну, пусть попробует. Вот это крупный инвестор, который имеет более 10 лет опыта в сфере биржевой торговли. Вот, который имеет свою команду специалистов. Это корреспонденты, журналисты, политологи. Патологоанатомы, палеонтологи, да, я все понимаю, да. Понимаете. Угу. Вот, специалисты анализируют рынок 24/7, используя первоисточники. Информации, которой нет еще в средствах массовой информации, для того, чтобы вы вовремя могли купить активы по низкой цене, а потом продать по более высокой цене, для того, чтобы вы на этом заработали. А где он берет информацию, которую, как вы выражаетесь, нет в средствах массовой информации? Где он ее берет? Он берет информацию со своей команды. Команда предоставляет ему информацию. А команда? А команда откуда берет закрытую информацию? Ну, с первоисточников, с новостных порталах, используя технический, также и фундаментальный анализ. Так вы же сказали, если они берут с новостных порталов, то почему вы сказали, что их нет в средствах массовой информации? Если они с новостных порталов, то эта информация уже есть в средствах. Ну, вот он, сами себе противоречите. Он берет информацию, которой еще нет в средствах массовой информации. Правильно, а где он ее берет, если ее нет в средствах массовой информации? Вы меня слышите? Да, я пытаюсь понять, если ее нет в средствах массовой информации, где он ее берет? Ему предоставляют эту информацию специалисты, которые анализируют рынок. А они откуда это берут? А со своих источников они берут. А источники откуда взялись? Ну, крупнейшие новостные порталы. Аналитику, сформированную специалисты, публикуют крупнейшие новостные порталы. Вот, то есть они опять же такие, да-да-да. То есть мы опять вернулись к тому, что они берут информацию из средств массовой информации. Ну, опять пришли к тому же. Я сама могу брать эту информацию оттуда. Но мы экономим ваше время. Мы выполняем 80% работы. Ну, если только вы экономите мое время, это единственное, что вы можете мне предложить. Потому что если вы берете средства массовой информации, то я таким же образом, так же само, могу эту информацию из этих средств взять. Но вы тратите ваше время на это. Ну, я и говорю, единственное, что вы можете мне дать, это экономию времени. Ну, слушаю вас дальше. Вот, и у вас будет ваш также личный инвестиционный счет, которым вы сами полностью распоряжаете. Прекрасно, где? Ну, мы вам помогаем создать ваш инвестиционный счет, мы вам отправляем... Угу. Ссылку на ваш инвестиционный счет. Понятно. Потом мы с вами его регистрируем. Замечательно. Это не та строчка. Где у меня счет-то будет инвестиционный? А, хорошо. У вас есть WhatsApp по этому номеру? У меня нет WhatsApp по этому номеру. Поэтому давайте так. Вы скажите мне, где счет-то будет? Что-что? Счет где будет? Счет будет
на вашем инвестиционном счете. Это индивидуально подбирается под каждого клиента. Где еще? На моем индивидуальном чем? Счет будет где у меня? На моем индивидуальном чего? На вашем личном индивидуальном счете. Счет у меня будет на личном индивидуальном счете. Логично. А личный индивидуальный счет у меня будет где? Я вам отправлю ссылку на ваш личный инвестиционный счет. Я не спрашиваю ссылку. Вы говорите, счет у меня будет на личном инвестиционном счете. А личный инвестиционный счет у меня где будет? Все, пропал. Господи, ну совсем сырые какие-то. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Я являюсь специалистом аналитического центра. Вы же оставляли заявку, интересовались для себя дополнительным доходом, верно? Инвестициями интересовалась. Инвестициями, все верно, да. Угу. Вот, прекрасно. Успели уже ознакомиться с какой-либо информацией или все-таки стали звонка специалиста? Я особо вас не ждала. Мне нужен брокерский счет у хорошего брокера. Повторите еще раз, я вас плохо услышала. Хочу открыть брокерский счет у хорошего брокера. Угу, прекрасно. Вот. А скажите, у вас был когда-то опыт вот, в сфере инвестиций или это вы хотите попробовать впервые? Я хочу открыть счет у хорошего брокера и купить определенные ценные бумаги по списку. И купить определенные бумаги, то есть вы уже знаете, что вы хотите купить? Знаю. Ага. Понятно. То есть что-то в этом все-таки понимаете, как происходит процесс, например... Я понимаю, купил кнопочку, нажал зелененькую кнопочку и купил все. И пусть лежит. Да, да, да. Угу. Да. И красненькую продал. Все верно, вы говорите. Все, да. Красненькую вот, продал. Вот. Еще такой момент в целях безопасности должна уточнить у вас несколько формальных вопросов. Сколько вам полных лет, я так понимаю, гражданкой нашей страны вы являетесь, верно? Ваша это какой? Российская Федерация. И Российской Федерации? Да. Угу. А сколько вам полных лет? Совершеннолетняя. Отлично. А вот двойное гражданство было когда-то? У меня сейчас гражданство Российской Федерации исключительно. Угу, отлично. Прекрасно. Значит, вы наш человек, и мы сможем с вами сотрудничать. Прекрасно. Ваш. Вот. А вы что, знаете, на данный момент где-то работаете? Работаю. Дальше. Или... Вы зачем спрашиваете? Ну вот, уточняю моменты. Да не надо уточнять. Да, я работаю. График у меня свободный. Отлично. Прекрасно. Все прекрасно. Вот еще один момент в целях уже вашей безопасности. Будете выводить свою прибыль себе на карту, важно понимать, были ли у вас аресты счетов, просрочки или, возможно, проходили процедуру банкротства. Нет. Отлично. Тогда предлагаю перейти ближе к делу и расскажу немного о нашей сфере, чем мы вообще занимаемся. Мы торгуем на финансовом рынке. Как вы уже понимаете, верно? Понимаю. Отлично. И принцип заработка вы тоже понимаете, что мы покупаем и продаем. Покупаем дешевле, продаем дороже. Я не собираюсь продавать. А вы хотите как бы на долгий срок, верно? Верно. Ну вот я немножко расскажу, вот чем мы занимаемся. Мы торгуем на самых выгодных направлениях. Это валюта, криптовалюта. Акции компаний, ну и сырье, газ, нефть, золото. Слышали о таких направлениях? Я слышала о таких направлениях. Меня не интересует торговля, тем более фьючами на сырье. Или у вас только поставочные фьючи?
Или у вас на фьючи на сырье поставочные или расчетные? Потому что если поставочные, если фьючи поставочные, можно поговорить. Если расчетные, меня это не интересует. Фьючи поставочные или расчетные цене? Фьючи у вас поставочные или расчетные? Расчетные не интересуют. У вас поставочные фьючи? Да. Да, поставочные фьючи. Так, каким образом вы будете мне поставлять сырье? Газ, нефть, золото и прочее. Подождите. Вы меня сориентируете. У вас опыт был ранее? Это не имеет значения. Я хочу знать, если у вас поставочные фьючи, как вы утверждаете, я хочу знать, где, откуда, каким образом вы будете поставлять мне заказанное сырье, купленное сырье. Что еще раз? Вас очень плохо слышно. Да это понятно. Как вы будете мне сырье поставлять по поставочному фьючу? Мы не будем вам поставлять сырье. Как не будете? Вы же сказали, у вас поставочные фьючи, или вы не знаете, что это такое? Я вам говорю, вы слышите? Слышу. Вы сказали поставочные фьючи. Я спрашиваю, как вы будете поставлять мне это сырье? Мы вам не будем поставлять сырье. А вы же сказали, у вас куда поставочные. Вам так куда вам, его домой, что ли, поставлять? Куда я скажу, туда и поставите. Вы сказали, у вас поставочные фьючи. Я вас спрашивала, поставочные у вас фьючи или расчетные. Вы сказали, поставочные. Я спрашиваю, куда будете поставлять и откуда, и каким образом. Вот. Так, не знаю. Мы вам не будем ничего поставлять, вы понимаете? Мы торгуем на мировом финансовом рынке. Это гениально. Это гениальная идея. Но вы сказали, что фьючи поставочные. Я и спрашиваю, куда и как будете поставлять. Я ж вас за язык не тянула сказать поставочные фьючи. Вы вообще знаете, как происходит торговля на финансовом рынке? Значительно лучше вас, как показывает наш с вами разговор. Ну, хорошо. Вы мне ответьте, у нас поставочные фьючерсы на сырье или нет? Я вас спрашиваю, у вас какие фьючи, поставочные или расчетные? Я не знаю. Я вам отвечаю. Поставочные. Я вам отвечаю, поставочные. Поэтому я и спрашиваю, если поставочные фьючи, куда и каким образом вы будете поставлять мне сырье? А вы знаете, ну вообще, что такое поставочные фьючерсы? Знаю значительно лучше вас, поэтому и спрашиваю. Ну, вам никто не будет никуда поставлять сырье. Ага, а зачем вы говорите про поставочные фьючи? Или вы просто не знаете, что такое поставочные фьючи, не отличаете их от расчетных, но пытаетесь из себя что-то изображать? Ладно, я прекрасно знаю, не видно. Что это такое. Серьезно? Чем отличается поставочный фьюч от расчетного? Ой. Тяжело, я понимаю. Скриптение, это гуглить не успеваем. Поставочный фьюч на акции и облигации. Обалдеть. Не, я понимаю, что это вопрос сложный, в скрипте нет, гуглить тоже не получается. Ну да ладно, не знаете, так не знаете. Хорошо, где мы будем открывать счет брокерский? На нашей платформе. Как называется платформа? Смотрите, мы создаем, точнее, вы себе создаете свой личный счет. Не та строчка. Это не та строчка, не тот абзац. Я спрашиваю, как называется платформа. Вы читайте там, где я вас спрашиваю, а не Газпром. Где попал. Газпром. Что Газпром? Так платформа называется. А, платформа называется Газпром. Ну, замечательно. Да. Давайте открывать счет на платформе Газпром. У какого брокера это будет? Платформа Газпром, биржа другая. Биржа другая. А какая биржа? Какая биржа у «Газпрома»? Ну, вы меня даже не выслушали. Ну, вы сказали. Я вам начала объяснять принципы нашей работы, а вы меня
А мне не нужны принципы вашей работы, я всего-навсего хочу одноразово купить ценные бумаги. Вы скажите, платформа «Газпром», брокер кто? Так это невыгодно. Я и сама решу. Купить акции и ждать, пока они вырастут в цене. Я сама решу, что мне выгодно, а что нет. Вы можете мне предоставить брокерский счет? Хорошо. Так а почему вы еще не нашли брокера, если вы хотите вот купить? Я уже нашла брокера. Сейчас куплю сама, не вопрос. Если вы в этом не хотите участвовать, то тогда я это сделаю сама. Ну, вы знаете, мы занимаемся торговлей на финансовом рынке. Занимайтесь, кто ж вам не дает? Ну, хорошо. Ну? Занимаемся. Прекрасно. Вы мне брокерский счет сможете открыть? Да. Давайте, где? Только не говорите на платформе. На платформе счетов не бывает. Поэтому сразу говорите, где, у какого брокера. А то ведь я начну спрашивать, как обычно. Деньги на счете, счет на платформе, платформа в телефоне, потряси телефон. Да, поставочные расчетные фичи. Газпром, господи, ну где же они такую зелень берут, желторотую? На каникулы, что ли, детишки? Вы меня сориентируете, почему не приступили к дополнительному доходу? Какой Атлас Финанс? Атлас Финанс. Вы проходили у нас регистрацию по поводу дополнительного дохода? Ну, проходила. Проходили. Вот. Вы меня сориентируете, чем заинтересовались в нашем проекте? Ну, интересовалась, что предлагает. Предлагается. Ну, наша компания конкретно занимается дополнительным доходом. Угу. Ваша компания «Атлас Финанс», правильно? Да. Угу. Где ваш «Атлас Финанс» находится? Что-что? Где находится ваш «Атлас Финанс»? Ну, главный офис, естественно, Москва. Естественно, Москва. Отлично. У вас есть брокерский? Краснопресненская набережная, 13А, да? Да. Как интересно-то. Угу. И это что у нас, Москва? Вы меня сориентируете, у вас опыт ранее вообще в сфере присутствовал? Нет. Нет, не присутствовал, зато я очень хорошо знаю Краснопресненскую набережную. И дом 13А. Прекрасно, что вы знаете. Хорошо, тогда вы меня сориентируете. Угу. Если в этой сфере у вас опыта не было, в какой сфере у вас опыт? Кем работаете? Вам какая разница? Соответственно, наши клиенты, которые начинают с нами работать, мы проводим это тестирование, и эту информацию мы спрашиваем, так как мы являемся официальной государственной компанией, и на юридическом уровне я должен просить у вас, так как не каждому клиенту мы предоставляем доступ. «Атлас Финанс» является государственной компанией, правильно? Правильно. Угу. Какая организационно-правовая форма у вашей государственной компании? Вы это невнимательно задавать юридическому отделу. Давайте юридический отдел. Но как только юридический отдел мне ответит... Подождите, а вы мне ответите на вопрос? Ну, конечно, как только вы скажете организационно-правовую форму вашей государственной компании. Я вам задал вопрос. Ну и что? Ну, я вам задал вопрос, а ты не слышишь в ответ вопрос. А для... переговоры деловые не ведут. А для инвестирования государству не нужно знать мою сферу деятельности. У нас профессионального ценза нет. Что-что? А вы не знаете, что такое ценз? Ценз? Угу. Ценз. До чего докатилось государство? Знаете, да? Так вот, государству не важно, потому что у нас нет в этой области профессионального ценза. Угу. В общем, тогда обратились к нам в компанию. Не проверив информацию заранее, как будто у вас нет интернета, и вы не можете проверить все данные. Если вам все не нравится, я пришел здесь вам помочь разобраться. Эти вопросы вы можете позадавать юридическому отделу. Давайте юридический отдел. С которыми будете работать. Давайте юридический отдел. Какой смысл, если вы не являетесь сотрудником вашей компании? Не являюсь сотрудником вашей компании, конечно. Боже упаси.
вот, когда наши клиенты приступают, вот тогда я могу вас познакомить со специалистом там. И обсуждайте с ним. Хорошо, обсудим. Так, слушаю вас. Дальше что вы хотите знать? Профессию мою вы не узнаете. Вот, я вам задал вопрос насчет профессии. А я вам сказала, вы не узнаете это. Вы меня не слышите? Не узнаем? Не узнаете. Ну, видимо, тогда не судьба нам поработать. Пошел вон, дебил. На Краснопресненской, на Пресненской набережной нет нечетных домов. 13А, урод. Ты хоть матчасть бы выучил. Серьезно, дебиленыш. Я говорю, я живу там, я на Рождественской живу. А ты, дебил, даже не выучил матчасть. 13А, урод. Урод. Совсем машня обмельчала. Даже матчасть не может выучить. Проблемы. Ты такой лох. Я докричаться тебя пытаюсь, что ты лох, потому что ты даже адрес не в состоянии выучить. Ты лох и дебил. Подождите, у меня есть, ну, я знаю, где я работаю. То, что не знаешь. Придумывали, я не понимаю. Не знаешь, ты даже адрес назвать не можешь. Чего у вас такие крики? Ты на картинке Москву увидел. Только на картинке. Краснопресненская набережная. И Пресненская набережная тоже. Чего ты спрашиваешь? Чего кричите? Ты даже не знаешь, где ты работаешь. Дебиленыш. Вот макакой, точно, с макакой общаюсь. Так что, макака, иди учи адрес. Пошел вон, макака. Краснопресненская набережная, 13. А, офигеть. Еще дом не могут выучить. 12 же. Преснянская набережная. 12. 8 раз им объясняют. Их тимлидеры. Даже на это не способны. Действительно, макак. Алло. Алло, Роза, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я звоню вас по поводу того, что вы оставили свои контактные данные насчет инвестиций. Газинвест, помните? Да, слушаю. Скажите, Роза, а вы как какой-то опыт имели в сфере инвестиций? Я понимаю, что это такое, поэтому сразу к делу, пожалуйста. Я вас услышал. А вот вы можете для меня объяснить, что это такое, чтобы я понимал, от чего отталкиваться, понимаете? Согласно учебнику академика Дашкевича, 3 глава, 2 абзац сверху. Что-что, повторите? Согласно учебнику Дашкевича по экономике, 3 глава, 2 абзац сверху. Вот как там написано, так и понимаю. Хорошо, я вас услышал. Пропал. Услышал и пропал. Я не знаю, есть ли такой учебник Дашкевич или нет, я его выдумала. Алло. Алло, Роза, здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня хорошо слышите? Хорошо слышу. Отлично. Меня зовут Сергей, я финансовый специалист. Мы с вами вчера связывались, но пропала связь. Роза, вы не напомните мне, на чем мы там с вами остановились в нашем диалоге? Не помню. Хорошо, я понял. Ну, давайте тогда начнем сначала. Скажите, вот я помню, у вас был опыт в инвестировании, а вы по сей день инвестируете? А вы из какой компании, Сергей? Investing Group называется компания наша. Понятно. Ну, слушаю вас. Что вы предлагаете? Что предлагаете Investing Group? Ну, а что не так? В вашем голосе какое-то недоверие я слышу просто-напросто. Я всего спросила, я всего-навсего спросила, что вы предлагаете? Что мы предлагаем? Мы предлагаем услуги сотрудничества. Услуги сотрудничества, так скажем. Наставничество. Да. Понятно. В какой области конкретно наставничество? Ну, у нас есть человек... Аналитик, вы понимаете, кто это такой, который знает, когда будет повышаться цена, и когда она будет понижаться, и когда она будет на самом низу, мы покупаем, а когда она будет на самом верху, мы ее продаем. То есть покупка-продажа. Понятно. Купили дешевле?
Ага, продали дороже. Купили дешевле, продали дороже. Это просто вот настолько новая и современная, я бы не побоюсь этого слова, инновационная экономическая идея, что я очень заинтересовалась. Так а что не так? Да, ну, давайте мы с вами разберемся. Все так, инновационная экономическая идея. Купить дешевле, продать дороже. Просто гениальная идея. Я вам задал вопрос еще ранее. Вы говорили то, что вы инвестируете. Угу. Вы по сей день инвестируете? Вы не ответили мне на данный вопрос. По сей день какой инвестирую. А? Слаживается все хорошо. По сей день инвестирую. Вот, я у вас задал данный вопрос. Скажите, у вы сами задал. Инвестируете или вы вместе с аналитиком? Кто-то помогает? Нет, вы знаете, я инвестирую сама и до сих пор даже... Мне в голову не приходила такая гениальная экономическая идея купить дешевле, продать дороже. Я вас понял. Ну а на какой бирже вы инвестируете? На Бовеспе. Как называется? Бовеспа. Секунду. Пропал. Следующий заход будет, я так понимаю, завтра. Я даже не помню, вчера он мне звонил, что хотел. Естественно, гениальная экономическая идея, вот инновационная, купить дешевле, продать дороже. И как я раньше-то не додумалась, а? Роза, вы меня слышите? Слышу. Роза, здравствуйте. Меня зовут Дарья. Звонит с вашей регистрации, которую вы оставили на нашем сайте. Интересуетесь дополнительным доходом, верно? Инвестициями интересуюсь. И на каком вашем сайте? Да, вы оставили свой номер телефона и переходили по рекламе от Газпромбанк Инвестиции, верно? Да, верно. Вот. Да, вы давайте. Мне подскажите, как именно какой-то информацией уже ознакомились? Ознакомилась. Вы что предлагаете конкретно? А что именно вам известно, чтобы я понимала, как с вами строить диалог? Мне много чего известно, поэтому стройте диалог на профессиональном уровне, на профессиональном языке. Хорошо. Роза, давайте начнем с того, что так как мы государственный проект, мне нужно понимать, можем ли мы изначально предложить вам сотрудничество. Для этого мне нужно понимать, сколько вам лет и какое у вас гражданство. Что значит государственный проект? От какого конкретно министерства или ведомства ваш проект? Нас поддерживает Газпромбанк Инвестиции. Газпромбанк Инвестиции не государственная организация. Газпромбанк Инвестиции не есть государственная организация. Вы сказали, вы государственный проект. На какое конкретно да, государственное но... ведомство да, или министерство? Газпромбанк запустил. Вас поддерживает. Роза, Газпромбанк запустил. Вы меня слышите? Газпромбанк запустил проект для того, чтобы поддерживать население. Газпромбанк не есть государственная организация. Она не может запускать государственные проекты. Государственные проекты могут запускать только государственные учреждения. Она поддерживает то, что... Что поддерживает? Я говорю, при поддержке. Какая разница? Вы говорите, вы государственный проект. Мы как раз и переходили. Прекрасно. Вы государственный проект. Государственные проекты могут запускать только государственные организации. Газпромбанк – частная компания. Она может вас поддерживать как угодно, но меня интересует, какое конкретно ведомство или государственная организация или министерство вас запустило и куда? Мы независимый аналитический центр. А государственный проект? Все уже передумали? Передумали уже быть государственным проектом? Пропало. А нефиг называться государственным проектом. Государством шутки плохи. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, слушаю. Да, здравствуйте. Меня зовут Евгений Ковалев. Звоню касательно вашей регистрации в инвестиционном проекте «Газпром». Звоню, чтобы помочь вам разобраться, объяснить, как это все работает и приступить к заработку. Ну хорошо, давайте попробуем. Расскажите, как давно интересуетесь заработком в интернете? Я не интересуюсь заработком в интернете.
не интересуетесь. Ну, вспомните, видели рекламу в интернете, она вас заинтересовала, и вы оставили свои данные, верно? Там так и было написано, заработок в интернете, правильно? Ну, вот. Нет, там так не было написано. Ну, дополнительный заработок. Где? Инвестиционный проект «Газпром». А так вот инвестиционный проект меня и заинтересовал, а дополнительный заработок мне не интересен, мне не нужно, мне хватает. Ну, вспомните, вы когда данные оставляли свои в рекламе, правильно? Правильно. Там был написан инвестиционный проект. Ну, вот. Ну, а при чем тут дополнительный заработок? Как это при чем? Ну, это не дополнительный заработок? Нет, это не дополнительный заработок. А какой это заработок? Знаете, это вообще не заработок. Ну, в принципе, ладно, я не буду вам объяснять. Что это? А что это? Ну, я поняла, да, у вас, как бы сказать, мышление человека, которому не хватает зарплаты, поэтому вы исключительно про дополнительный заработок о состоянии говорить. Про таких написано... А, вот да, конечно, вот, поэтому, вот, если мы будем с вами говорить... Ну, конечно, мы будем с вами говорить про инвестирование, так, тогда мы будем пообщаемся. Говорить на равных. Так, а если вам нужен дополнительный заработок, ну... А что такое инвестирование, знаете? Открывайте, не знаю, любой учебник по экономике. А зачем мне открывать? Ну, не открывайте. Я знаю. А вы знаете, я знаю. Я знаю. Или вам нужно что-то открыть все-таки для того, чтобы определение сказать? Давайте. А зачем мне вам сказать определение? А чего потому давать? Что вы не знаете. Я не собираюсь вам ничего объяснить. Что такое инвестиции? Что такое инвестиции, скажите мне? Открываю учебник Дашкевича, третья глава. Не подготовились, получается. Это вы не подготовились. Не для вас что, заработок, что инвестиции? Ну, понятно, вы на низшей ступени стоите. Поэтому для вас... Зачем тему переводить? Для вас. Я просто объясняю. Что такое инвестиция? Согласно учебнику Дашкевича. Третья глава, второй абзац. Ну так. Ну так открывайте, читайте. Что я за вас буду читать? Не открывайте, читайте. Ну не открывайте, не читайте. Еще раз говорю. Хорошо. Ну что, давай не подготовлю. Вы оставляли регистрацию в инвестиционном проекте «Газпром». Вы знаете, с целью инвестиций, представляете себе, какая неожиданность. Что? С целью инвестирования. Не пиццу же заказать. Вот. Хотя можете и пиццу мне привезти, в принципе, тоже не откажусь. Какую сумму хотите инвестировать? Какой проект конкретно? «Газпром». У него много проектов. Какой конкретно? Инвестиционный проект «Газпром». Еще раз говорю. Вы зарегистрировались в «Газпром». Я понимаю, у «Газпрома» много проектов. Смотрите, какой конкретно? Инвестиционный, по слову. Да. Проект. Да, «Газпром», понятно. Или вам по слогам продиктовать? Проект. Можете по слогам. Можете по слогам. Это у «Газпрома» много инвестиционных проектов, и это глупо не знать это. Поэтому нет. Какой конкретно? Нет, немного. Немного? А сколько? Я знаю, как он минимум. Единственный, «Газпром». А, он единственный проект «Газпром», да? Ну ладно, хорошо, единственный есть в другие, жизни. Есть другие проекты. Какие, другие например? Проекты. Какие, например? Ну а в какой вы хотите инвестировать? Вы зарегистрировались в проекте, проект. «Газпром». Ага, вы какая компания-то? Три какая? Слова. Да, три слова, я поняла. «Интерброкерс». Как? «Интерброкерс». «Интерброкерс». А вы в какой юрисдикции «Интерброкерс»-то находитесь? Российская Федерация. Российская Федерация, «Интерброкерс». Ну, замечательно, так, то есть вы брокерская компания. Не, что? Подождите, не будете. Будете ну, давайте посмотрим на вашу компанию «Интерброкерс». Когда мы определимся, скажите, что это за компания. Какую сумму вы хотите инвестировать? Вы пришли с целью инвестиции. Так, чисто ремарка, инвестиция – это приумножение Молодец. Денег ваших. Приумножение денег наших, но не заработок. Хорошо. Ну, понятно, хорошо. Но для вас это одно и то же, я поняла. Ну, так ну, вот. Так вы даже до этого момента этого не знали, понимаете? Серьезно? Ну, ладно, да ладно, да не знал, конечно, да. Вы не могли мне об этом сказать. Да не хотел просто, но это, в принципе, вот, вам пофиг. Так вот, какую сумму хотите инвестировать? Еще раз, зависит от того, какие обороты у вашего брокера «Интерброкерс». Вот сейчас мы на него посмотрим, какой у него уставной фонд. Сколько человек там работает? Где он конкретно в России зарегистрирован? Т.д. и т.п. Сейчас поглядим. В зависимости от этого будем решать сумму. Ну, давайте посмотрим. Ваш «Интерброкерс». Так, а лицензия Центробанка-то у вас есть? Так. Столетник-то у тебя есть? Так вы мне на вопрос ответить не можете.
А еще раз говорю, чтобы мне посмотреть ваш интерброкер, мне надо знать. На вопрос. Вы есть? Задаете вопрос. Конечно, вопрос, задаю. А мне на вопрос не отвечаете. Конечно, представьте вижу, себе. Время, ну тогда клади трубку. Нет, клади трубку. Сегодня не получилось. Но не надо истерить. Не надо истерить, от этого кортизол повышается. Повышается кортизол. Кортизол плохо влияет на потенцию. Вас не будут любить девушки. Девушки не будут любить. Какой нервный? Не надо нервничать. Полмиллиона рублей. Заело полмиллиона рублей. Нет, полмиллиона. Да не пол, не сто, еще глухой, что ли. Полмиллиона рублей, 500 тысяч. Так, понятно? 500 тысяч? Да. Вы просто говорите, как будто из другого конца комнаты. Подойдите чуть ближе к телефону. Угу, я сама решу, куда или подходить. Да-да-да. Купите, да, купите, да, телефончик получше, если наинвестировали себе уже хорошо. Ну, хорошо, финансов, да. Ну, так мы будем в интерброкерс-то открывать счет 500 или нет? Тысяч, так, 500 тысяч хочу, да? Да, для начала 500 тысяч, ну, посмотрим. Для начала 500 тысяч. Давайте посмотрим на ваш интерброкер. У вас доступна сумма в размере 500 тысяч. На Тинькове. Только не на карте, а на счете. На Тинькове. Угу. Хорошо, на счету. Ничего страшного. Ничего страшного. В таком случае предоставьте мне выписку, ага, что у вас есть действительно сумма в размере 500 тысяч рублей, а тогда мы продолжим диалог. Как только вы предоставите мне ИНН и брокерскую лицензию вашей компании, а бы кому я предоставлять? Зачем мне что-то вам предоставлять? А зачем мне вам предоставлять? Не можете предоставить мне ничего. А вы не можете мне предоставить ничего? Нет, в интернете. Нет такой компании «Интерброкерс». А второе, если вы хотите инвестировать полмиллиона рублей, то для начала мне предоставьте выписку, что у вас действительно есть полмиллиона рублей, что вы можете их инвестировать. А после этого мы сможем сейчас с вами продолжить диалог. Прежде вы хотите, если вы хотите продолжать со мной диалог, то сначала выпить успокоительное твоего драгоценного времени, повысится кортизол. Девушки любить не будут. Высокий кортизол плохо влияет на потенцию. Понятно? Плохо влияет на потенцию высокий кортизол. Но вы так нервничаете. Я беспокоюсь за вас. У вас кортизол повышается. А что ж вы так эмоционально говорите? Конечно, конечно. Потому что вы не культурная. Вы перебиваете, встреваете. Как конечно, мне общаться с человеком, конечно, который не знает элементарное, не знает, понимаете? Понимаю, да доминировать не получается. Не получается доминировать. Доминировать не получается, поэтому начинается истерика. Ну, у тебя не получится. Начинается истерика, повышается кортизол. Кортизол повышается. Кортизол повышается. Некультурная женщина, да. Так мы счет-то будем открывать? Да. Давай мне сначала, давайте мне ИНН. ИНН. Вот сначала вы выучите этикет, чтобы не перебивать потенциального клиента, потому что когда клиент говорит, менеджер замолкает и внимательно слушает. Так вот, я готова вам предоставить выписку, как только я узнаю вашу компанию. ИНН и брокерская лицензия. Быстренько. Не перебиваю, жду. Все, вы закончили? Да, не перебиваю, закончили. Жду. Ну, если вы слышали в момент диалога между взрослыми двумя людьми, они не кричали, не перебивали, я вам сказал, что все есть в свободном доступе. Я назвал вам компанию, я назвал вам инвестиционный проект. Нет такой компании в свободном доступе. Нет такой компании. Опять перебиваете. Хорошо, договорите, но все равно от этого компания ваша не появится. Ни в налоговой, ни на сайте Центробанка. Так как вы позиционируете себя как взрослая грамотная женщина, которая хочет инвестировать 500 тысяч рублей в инвестиционный проект для того, чтобы приумножить эти деньги, вы, как грамотная женщина, должны были проверить все это изначально, чтобы знать, да, вы все-таки хотите инвестировать свои 500 тысяч рублей. Но так как вы этого не сделали, то что? И не можете при...
предоставить выписку. Я не вижу смысла тратить свое время на вас, понимаете? Я не собираюсь. Вы замочитесь когда-нибудь, нет? Или вы, у вас словесная диарея? Безграмотная, диарея словесная. Все сказали? Зачем мне тратить свое время не на тратьте, вас? Мимо денег, значит, пролетите. Так вот, мимо денег пролетите. Не получилось у вас видео? Да, не получилось у меня видео записать. А как я, кстати, записывать видео по телефону? Тем не менее, я готова предоставить вам выпуск. Когда вы микрофон себе купите, я вас не понимаю. Какой вы ты нервный. Непонятно что. Какой я не ты вспомнил. Нервный. Словесная диарея. Не надо нервничать. Я вас не понимаю. Вы что-то ну, это понятно, что я вы не понимаю. Понимаете. Так вот, повторяю. Вы записи видео, зачем вы меня перебиваете? Микрофон, петличку. Да. Учусь у лучших. Это видно, что вы учитесь у лучших. Если у вас такие лучшие, мне даже страшно подумать, какие у вас худшие. Ну так вот, вашей компании нет ни на сайте налоговой, ни на сайте Центробанка. Спрашивается, зачем я буду вам что-то предоставлять, если вас не существует в природе? Так а покажите мне это, что нет. Ну как я вам могу показать? Покажите. Пустоту? Пустоту доказать? Что? Мне надо доказывать, что вас не существует? Да. Интересно, как? Заходите на сайт Федеральной налоговой службы и проверяйте себя сами. Так. Зачем мне заходить туда? Не заходите. Я знаю, что у нас все там есть. Назовите вы номер. Вы не заходили, вы просто это пустые слова. Номер НН и лицензии Центробанка, которых у вас нет. Поэтому вы так и нервничаете. Ничего у вас высокий кортизол. Вы ничего не называйте ИНН, сейчас и проверим. Меняете. Чего ж вы так боитесь-то, что я вас проверю? Вы ИНН не можете назвать? И номер брокерской лицензии не можете назвать? Я боюсь, что вы меня проверили. Ну, я пытаюсь. А как вы так ну, проверяли, вот так. Что вас не, нет. Не имеете никакой информации? Ну, потому что нет про вас никакой информации. Что непонятного-то? По-моему. Если была... то была бы, но поскольку нет, очень смешно. Вы сказали, что я сама проверила, проверила. Нет. А теперь нет. Говорите, дайте мне информацию. Ну так видите, если вы утверждаете, что она есть, да, дайте. Вы просто запутались. Сам запутался. Так вот, еще раз. Обалдеть. Я не знаю, я не какой знаю, нервный. Как вы друг друга называете, коллеги, либо я не знаю, какие вы. Коллеги? Есть люди, которые подготавливают, а, надо же. Учат информацию. Во-во-во-вот, именно так, именно так и нужно готовиться. Хотя бы а вы, подобрать ИНН-компании и брокерскую лицензию подобрать. Тогда это будет подготовленный звонок, а вы не да подготовились. Вы вот микрофон себе подберите. Не подготовились, давайте. Вы же ищите ваши ИНН. Проверяли и ничего не проверяли. Конечно, ничего, потому что вас там нет. Нет такой компании на сайте Центробанка. А как вы проверяли? Представьте себе, на сайте ЦБРФ. Ну? Ну, и нету. Нет вас там? Не значитесь в списке. А что вы писали? Чего нету? Компанию Интерброкерс, которую вы мне назвали. А вы не подготовились. Так вы наверняка писать на английском не умеете просто. Да, естественно, потому что на сайте Центробанка все идет на русском. Это у нас в России официальный язык русский. Да. Представьте себе. Поэтому вся и информация что? И все названия регистрируются исключительно на русском языке. Естественно, по-русски писала. Покажите мне, что вы написали. Интерброкерс. По буквам. На покажите, русском языке. Покажите. Что вам показать? Что вам показать? Телеграм есть? Не знаю, может и есть, ищите. Может, WhatsApp есть. Найдете, хорошо. Зачем мне искать? Ну, не я ищите. Вопрос, есть у вас Telegram или нет? Наверное, не есть. На я даже не помню, на каком он у меня номере. Я даже не помню, на каком он у меня номере. Чего непонятного-то? Так вот, на сайт Центробанк. Центробанк. Компания Интерброкерс не знает. Вы не подготовились. Надо было хотя бы чего-то придумать. Самое главное, но у вас даже на это не хватает. Это
ума. Как вы начали такими подобными вещами заниматься и не подготовились совсем? Вот я говорю, конечно, вот не подготовились вы. Есть интересные собеседники, а вы скучная. Ну тогда что ж ты висишь-то на телефоне? Боишься, что... Боишься трубочку положить? Пытаешься меня вывести на эмоции, чтобы тебе звонок зачли? Не зачтут. Получается, видишь? Не зачтут. Не зачтут звонок-то. Я трубку не брошу. Получается. На эмоции я не вывожусь. Думаешь, я не могу положить трубку? Хочешь, я сейчас положу трубку и перезвоню тебе? Нет, это не пойдет. Потому что ты потом соврешь своему начальству, что у тебя типа вырубилась связь. А просто так ты трубку не можешь положить. Поэтому ты пытаешься делать, чтобы трубку положила я. А я не положу. Я могу бросить трубку. Бросай. Ты, кто ж тебе не дает? Ты не переживай. Кто ж тебе не дает, ты бросай. Так потому что... Хочешь, я положу трубку и перезвоню тебе? Нет, если так не пойдет. Это ты прикроешься перед своим начальством, что якобы связь оборвалась. Не, так дело не пойдет. Я не понимаю, о каком начальстве ты говоришь и о каких-то выговорах начальству. Ну, потому что звонок не зачтут, если ты сам бросил трубку. А если трубку положу я, то... А что мне с этого будет? Ну что, за что звонок? Денег нет. От начальства еще можешь огрести, потому что заявку запорол. Так, а у кого? Мне забирать деньги? У человека, у которого их нет? Понятно. Ну а что ж тогда ты звонишь, если у меня денег нет? Что ж ты висишь-то до сих пор? Потому что ты зарегистрировалась. А, вон оно что. Ну, зарегистрировалась, да, чтобы ты позвонил. Ну? Да, ну вот. Ну а вот. Ты мне задаешь вопрос, зачем я тебе звонил? А я все... зарегистрировалась. Совершенно верно. А я тебе задал вопрос. Если логически вот, подумать, молодец. В принципе, все приходит. Да, но совершенно верно. А вот теперь давай логически подумаем дальше. А почему я зарегистрировалась? Давай, по одной простой причине, что ваша компания развесила рекламу в интернете, чтобы привлечь меня как клиента, чтобы с моей помощью заработать денег, чтобы я вам помогла заработать денег. Вот и все. С моих капиталов, чтобы вы получили свой маленький кусочек. Одну секунду. Что ты сказала? Заработать деньги? Да, вы хотите заработать денег. Это же не заработок. Нет, ну вы-то будете с меня комиссию получать какую-нибудь, или вы бесплатно это все делаете? Ты же сама сказала, инвестиции – это не заработок. Подожди, я буду инвестировать. Но вы-то хотите зарабатывать. Не я же, а вы. Вы зачем рекламу развесили? Чтобы зарабатывать с клиентов вашу маленькую комиссию. Мы и так зарабатываем. Ну вот, поэтому вы хотите, чтобы зарабатывать еще и с моей помощью. Чтобы я вам помогла зарабатывать. Это вам надо зарабатывать, да, не мне. Поймите одну простую вещь. Нет такого в скрипте, да? Ты мне будешь помогать зарабатывать? Конечно. Представь себе. Ты сама не умеешь зарабатывать. Как ты можешь мне помочь? Ну, представь себе, ты же рекламу развесил. Ну, не ты, конечно. Ты же не умеешь. Твоя контора. Как ты мне поможешь? Ну, как? Я буду инвестировать, ты с этого будешь получать свою небольшую комиссию, небольшой процентик. Так, ты не будешь зарабатывать. Ну, не могу. Хватит придумывать себе то, чего ну, не нет. Могу. Значит, не если я не могу, нечего, значит, ты мимо денег. Нечего, значит, ты пролетишь мимо денег. Пролетишь этого, мимо денег. От этого ты этим и занимаешься, потому что... Пролетишь денег мимо денег. Буду регистрироваться, общаться хотя бы. Ну, вот если я не буду инвестировать, то ты пролетишь мимо денег. Я могу пойти в другое место. А ты не получишь сегодня денег. Не хватит тебе ни на маршрутку. Блин, да, жаль. Вот действительно, денег не будет. Мимо денег, мимо кассы сегодня. Поэтому это тебе я нужна, не ты мне. Потому что ты хочешь зарабатывать денег. У тебя маленькая зарплата. Ты хочешь получить проценты с моего инвестирования. Как ты не поймешь простую вещь, что это я тебе помогаю, а не ты мне. Я тебе помогаю немножко подзаработать. Ты не можешь инвестировать, у тебя нет денег. Ты мне никак помочь не можешь. Ну вот видишь, если я не могу инвестировать, значит, ты тем более не получишь денег. Но если я не буду инвестировать, то ты своих денег точно не получишь. Понимаешь? Я могу в другое место пойти. Я могу в другое место пойти, а ты не можешь. Потому что со мной инвестировать не получится. То есть ты не получаешь денег. Ты обратился ко мне за помощью. Потому что у тебя денег нет. За помощью обратился. Но ты просишь, как говорил Дон Корлеоне, ты просишь о помощи, но просишь о ней непочтительно.
Поэтому просить о помощи надо почтительно и с уважением. Я не пойду никуда в другое место, потому что денег нет, ты понимаешь? Давай, проси, проси о помощи. Ты не сможешь инвестировать ни в одной компании. Ну да? Хорошо, пойдешь ты, купишь одну акцию «Газпром» за 140 рублей. Угу. Можешь называть потом себе инвестором. Прекрасно. Подойдет тебе? Во-первых, я тебе, значит, я поняла, что ты сам не инвестировал ни разу по одной простой причине, что акции «Газпрома» по одной не продаются в принципе. Понимаешь? То есть ты такой же инвестор, как я, китайский император. Ты даже этого не знаешь. Так больше 140 рублей нет, ты больше не можешь физически купить. Ну вот видишь, а ты даже со 140 рублей ничего не получишь, даже если бы это можно было рассматривать. Ничего не получишь без денег. На маршрутку не заработал. Звоночек не зачтут. Мимо денег. Обратился за помощью. Но просишь о ней непочтительно. Вот Дон Корлеоне, он правильный был. Он говорил, что о помощи надо просить с почтением. А тебе нужна моя помощь, потому что ты с моих денег собираешься зарабатывать. Понимаешь? Не я, а ты. Тебе нужны деньги, потому что у тебя маленькая зарплата, и тебе не хватает. Вот в чем дело-то. Поэтому ты так и убиваешься тут за 3 копейки. Угу. Да, вот, и видишь, и в скрипте даже ответить-то нечего, кроме как вас. А, вот еще, важно. Ты не спросил, кто меня обманул. Ты еще забыл спросить, кто меня обманул. Монолог зашел в ту степь, что я хочу вернуть свои слова обратно. Ты веселая. Я веселая, конечно, естественно. Ладно, не веселая, смешная, извини. Прекрасно. Замечательно. Очень смешно. Ну, понимаешь, да, смех-то у тебя защитная реакция, потому что в скрипте такого ответа нет. Потому что ты пытаешься изобразить из себя великого помощника, а на самом деле не понимаешь. Ну, сейчас, наверное, понял. Что в помощи ты нуждаешься... Что в помощи нуждаешься ты. То есть, если я инвестирую, ты получишь свой небольшой заработок. Утопающего спасать очень опасно, потому что если утопающего спасать, он потянет тебя за собой. И поэтому не вижу смысла тебя спасать, потому что сваливай. Ты рано или поздно утонешь. Сваливай. А знаешь ты в чем? Утонешь ты в кредитах. Сваливай тогда. Значит, денег не получишь сегодня. Ну, все просто. Да у тебя их нет. Ну, хватит. Ну, тогда у тебя их тем более не будет тогда. Понимаешь, если ты с меня не получишь никакую свою комиссию, то у тебя-то тем более денег не будет. Сколько у меня есть, не имеет значения. Главное, что ты ничего не получишь. А если комиссия какая-то будет, ну сколько? 10 копеек? Главное, что ты ничего не получишь. Это смешно. Я понимаешь? Просто думаю, как бы по что? Поинтереснее закончить. Заканчивай, да. Можешь вот чтобы, прям... Может, ты, прям что-нибудь поняла, сказать такое пафосное? Давай. Что ты утопающий. Угу. Давай, вот пафоса побольше. Ты сама это понимаешь. Патетики побольше. Патетики побольше. Понимаю? Еще пафоснее. Ну, не дотягиваешь. По-моему, не дотягиваешь ты, когда перебиваешь каждый раз. Да и ты меня тоже все время перебиваешь. Твоей необразованности, угу. Неэтичности абсолютно. Угу. А сам ты трубку не можешь положить. Не можем положить. Ты мне дай закончить для начала. Давай, заканчивай. Все-таки хоть немножко культурной женщины. Конечно. Если все-таки хоть какой-то процент осталось культурности. Поэтому, что я хочу тебе сказать. Ну, в принципе, я тебе уже все сказал. Ты рано или поздно утонешь, и ты сама это знаешь. Хорошего дня тебе не желаю, потому что ты некультурная, безобразованная женщина. Безобразованная, да. Иди получай люлей от начальника. Все сказал? Да, до свидания. Жалко пафоса мало. Нагоняла себя какой-то. Безобразованная женщина. Господи, боже мой. Да. А чего они бесятся? Потому что они пытаются такую психологическую фишку сделать, что регистрируясь на их платформе, нам нужны заработки. Заработок, на самом деле, нужен не нам. Алло. Почему? Алло. Нет.
Ладно. Куда делся-то? Я хотел пошутить и передумал. Ну. Мне начальница просто ест, понимаешь, не может меня бить. Не может тебя бить, а зря. Она слушала с тобой, чуть не подавилась, представляешь? Понимаю, да. Побить она тебя не может, да, жаль, на самом деле. Начальница, а вы там побейте этого неврастенника. А то он совсем нервный стал. Заявку запорол, денег не заработал. Ты пытаешься такими определениями и сама не знаешь, что это. Угу. Нет, ну по тебе-то видно. Что такое неврастенник? Ну, открой, почитай свой диагноз, если тебе еще его не ставили. Да что ты мне говоришь, открой, почитай. Ты бросаешь сейчас словами и сама не знаешь, что это. Боже, ладно. Я не собираюсь тебя учить. Ты еще раз позвонишь? Я где-то увидела, услышала, все, давай. Еще раз позвонишь. Начальница! Ау! Нет, все-таки первый разговор его финал не устроил. Решил позвонить дальше. Видимо, чем-то я его хорошо задела. Это я люблю. Правда, я не знаю, на что я, на какую больную мозоль ему наступила. На зарплату, на кортизол или на то, что ему нужна помощь. Но завелся хорошо. Алло. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый. Анатолия, телефон дайте, пожалуйста. Анатолия, а вы кто? Я Евгений, звоню по личному вопросу от Анатолия. У Анатолия от меня нет личных вопросов. А вы ему кто? Жена. Жена, здорово, получается, есть. Да? Ну тогда я спрошу Анатолия. Что за личный вопрос у меня? Анатолий вам ничего не скажет. Это очень личный вопрос по поводу его. Не могу сказать. Ну, не говорите. Не дам. Пока не скажете. Что за личный вопрос? Что это такое? Что это такое? Мужчина, вы кто вообще? И что хотите от моего мужа? Дайте Анатолию трубочку. Это вопрос жизни и смерти. Вы не понимаете? Это очень важный вопрос. Анатолий прекрасно себя чувствует. Передав ему трубку, можно сказать, что вы ему жизнь все испортите, понимаете? Я ему уже давно испортила жизнь. Так что хуже уже не будет. А вы ему уже давно жизнь испортите? Да, а сейчас он прекрасно себя чувствует. Сидит на диване с пивом. Ну. То есть вам нравится портить жизнь своего мужа, правильно? А вы, можете подумать, хотите его спасти. Вы, можно подумать, хотите его спасти. Вас очень плохо слышно. Понимаете, у вас такой тембр голоса, который не поддается телефонной связи. Не поддается телефонной связи. Не дам, пока не скажете, да, вы что от него хотите. Это ваши проблемы. Что вы хотите? Господи, дайте Анатолию трубку. Я же сказал, что это по личному вопросу. Толя, тебе какой-то придурок звонит, не хочет говорить о чем? А, все понятно, матч будешь смотреть? Ну ладно, я его тогда сама пошлю. Че надо-то? Скажи, Анатолий сказал, что сам я буду с вами разговаривать. Ему не до этого, он футбол смотрит. Анатолий даже не знает, кто это звонит. А зачем ему? Заказал, звонит какой-то придурок, что-то хочет, представляться не хочет. Как я еще могу сказать? Очень плохо слышно, передайте Анатолию трубку. Как только вы скажете, кто. Он не хочет с вами общаться, потому что не знает, кто вы. Замечательно. Меня зовут, и звоню по личному вопросу Анатолия. Ты какого-нибудь Евгения знаешь? Не знаешь? А он говорит, не знает никакого Евгения, головой мотает. Он не знает никакого Евгения. Передайте ему трубку, сразу узнает. Зачем? Передайте ему трубку, сразу узнает. Не буду. Он не знает никакого Евгения. Женщина, я не спрашивал, что он знает, что он не знает. И что? Я говорю, передайте трубку Анатолию. Как только вы скажете, по какому вопросу, мужчина? Девушка, я перед вами отчитываться не собираюсь. Юноша, я позвонил Анатолию, прекрасно. По номеру телефона. Прекрасно, и что? Вот, передайте ему трубку. Его телефон передайте ему. А с чего вы решили, что это его телефон вообще? Потому что я знаю, то, что это его телефон. Нет, это не его телефон. Это не его телефон. Это не его зуб. И даже не мой зуб. Это их зуб. Привет кинематографу.
Женщина, передайте трубку Анатолию Замогильному. Замогильному? Замогильным сейчас будет. Он не хочет, он головой мотает, говорит, что ему не до вас, и у него футбол. Женщина, послушайте меня. Угу. Вы не понимаете, что вы сейчас делаете. Угу. Объясните. Ничего объяснять не собираюсь, потом увидите. Ну хорошо, и что я увижу? Пропал. Непонятно, что за Анатолий? Видимо, они, как часто уже случается, путают регистрации и звонят непонятно кому. Причем звонил на номер тети Розе. Странно, какой-то Анатолий. Ну, пусть звонит еще раз. В прошлый раз он звонил Анатолию. Анатолий у меня схему принимал. В этот раз пиво пьет. Будет сидеть за Дона Педро.